Доброго времени суток, прогрессивное человечество. Все проснулись, все бодрые, да, готовы приобщиться к марксистским знаниям, да? Да, всем привет, товарищи. Да, вот тут товарищ Громова, да, из братского коллектива «Дхарма» 1937. О чем мы сегодня, товарищ Громова, поговорим? Ну, наконец-то мы поговорим про Троцкого. Ура, ура, про Троцкого. Да, потому что, знаете ли, текущие дела текущими делами, культура — это тоже замечательно, да, но научную повестку, да, бросать нельзя. Да, вопрос об уклонах в партии никто не отменял. Да, надо, да, же, да, как-то, да. Мы же строить ее собрались вроде. Да. Кто-то там строит. Ну, извините, вот мы собираемся строить дом, а до нас уже кто-то строил, угу, точно такое же. Ну, как мы не посмотрим, что у них не так там было? Нет, тем более, что у них там закончилось. Да, все, не очень хорошо. Все рухнуло, не очень плохо как раз. Вот, закончил самым плохим образом. Знаете, это торжество контрреволюции, когда его никто не ждал. А, так что науку нам бросать нельзя, товарищи. Вот непременно нужно, значит, изучать классиков. Вот, не только хороших, но и плохих. Вот. И историю партии вообще. Да. У меня книжечка уже на подходе про Льва Давыдовича. Вот. Так что скоро начнем его работы разбирать подробненько в рамках научной повестки. А сегодня решили пройтись, так сказать, по его личности, как вот тогда отвечали на вопросы про отца и учителя нашего, товарища Сталина. А сегодня также на вопросы прогрессивного человечества о господине Троцком. Да, да. Хотел, думал сказать гражданин, но нет, он не заслужил. По совокупности. Кстати, да, говоря, в литературе все же пишут «товарищ Троцкий». Допустим, Ярославский пишет не, «товарищ, ну, понял, Троцкий». Он до времени он был товарищ, понятное дело. До времени Власов тоже был товарищ генерал. А потом как получилось. Ну, значит, вот прогрессивное человечество задает вопросы. Мы их, значит, зачитываем прям в том виде, в каком они заданы. Значит, ничего не причесываем. И отвечаем. Значит, что нужно этому сознательному великорусскому и не очень пролетарию знать о Троцком, известном враге народа? Да. Да. Вот первый вопрос. Да. Хотелось бы особо остановиться на предреволюционных похождениях Троцкого и его широколевой позиции. Понял, понял. Августовский блок, понял, альянс понял, с меньшевиками, да. Плехановым, да, дело, да, с газетой «Искра». Так, будут ссылочки на пару работ товарища Ленина, но лучшего специалиста, значит, по тогдашним коммунистам, особенно, значит, российским, угу, мне кажется, не найдешь. Вот, он как раз в 10-е годы, он в 11-м и в 14-м, если не ошибаюсь. Вот, одна работа 11-го или 12-го, а другая 14-го или 15-го. Все, я повылетал, а? Ну, ладно, это не суть, важно, ссылки будут. Вот там Ильич, если вкратце, кому читать не досуг, он прямо говорит, что сейчас у нас приток молодежи в партию. Вот, они наших партийных внутренних делов не знают. Угу. Чем мы тут со второго года, начиная, тут бодаемся друг с дружкой. Вот. Они не в курсе, что за персонажи тут у нас. И вот конкретно, говорит, по Троцкому скажу. Троцкий меньшевик, ребята. Вот. Значит, идей своих оригинальных у него вообще никаких нет. Идей оригинальных, грубо говоря, вот у меня и у Мартова. И не потому, что мы такие там, не ебаться, гениальные, а потому что мы представители больших, реальных, крупных направлений. То есть революционного и оппортунистического. Вот. А у Троцкого весь его, говорит, идейный багаж, он понадергал, короче, значит, кусочки, говорит, у нас, кусочки у меньшевиков, все это так сложил, встряхнул, и вот он, троцкизм, короче, мой. По сути, говорит, это не система идей, это просто вот личные метания Троцкого. Ну, а что руководило вот Троцким во время этих личных метаний? Ну, знаешь, судя по всему, это такая была спецоперация меньшевиков. Знаешь, они уже, значит, на второй съезд ехали заранее подготовленные, уже заранее понимая, что у Ленина там будет большинство. Вот. И заранее, видать, продумали,
что ты, Лёва, короче, для виду сначала в сторонку отойди, даже Ленину покивай, понял? А потом, значит, обозначь, что ты третья сила. Тогда будет... Знаешь, одно дело, меньшевики Ленина ругают, а тут же меньшевики и Троцкий ругают Ленина. Понимаешь? Для тех, кто, блин, глубоко в движухе, блин, там, понимаешь, ну, не состоит, понимаешь, со стороны смотрит. Для него уже, о, смотрите, там уже, значит, правое течение, левое течение, и они оба Ленина полоскают уже и справа, и слева. То есть у Ленина, видать, там дела-то идут не ахти. Нет. Таким вот образом. Так они пытались вот компенсировать недостаточную привлекательность своих идей оппортунистических для рабочего класса. Вот. Ну, ничего не прокатило. Вот. Ну, нет, надо еще отметить, что Ильич, он хотя пишет о Троцком как об агенте меньшевиков, ну, то есть вот в одной из этих работ, которую мы подвесим, в первой, он там прям просто формулирует, блин, чем Троцкий занимается. Говорит, он, значит, под своими этими блоками, всеми этими, которые третья сила, он, значит, подбирает людей, которые от большевиков, от меньшевиков отваливаются, значит, под своим флагом их собирает, а потом, говорит, в решительный момент он всегда, говорит, вместе с меньшевиками голосует. А в последнее время он вообще с этими ликвидаторами, это было течение такое, ликвидаторов, оно настолько было оппортунистическое, что даже не все меньшевики, знаешь, с ними бы согласились там рядом присесть. Но Троцкий согласился как раз. А Троцкий как раз да, Ликвидаторы это они, потому что говорили, что нужно по случаю демократии, у нас же Дума, давайте теперь ликвидируем тогда все наши нелегальные организации. Зачем? Да, вот Владимир Ильич потом вспоминал там в 2014-то году, когда все легальные-то организации прикрыли, говорит, ну чё, ребята, да, нет, вот прикиньте, вас бы послушали, вот прикиньте, мы тогда, значит, снесли бы всю нашу нелегальную организацию, ничего, под ноль, и чё бы мы сейчас делали, и сейчас мы были отброшены, значит, на уровень примерно второго года, и нам нужно было бы в условиях войны все начинать заново. Отлично. Вот у нас были бы блестящие перспективы. Да. Надо сказать, они потом не вспоминали о своих заблуждениях-то. Троцкий что-то не помню я, чтобы он каялся-то. Что, эх, вот, тогда, конечно, зря я с ликвидаторами-то пошел. Не, он что-то вообще... Его читаешь, он как-то не вспоминает про свои косяки. Он уже вспоминает, что я кругом бегал, значит, много говорил и все время был прав. Ну да. Ну, а чё был прав? Вот что же, что нелегальные организации ликвидировать надо, это ты прав был? Ну, жизнь же как бы показала. То, что характерно, потом то же самое, значит, с тем, с этими прогнозами о революционном взрыве, что там, типа, к началу 30-х, мол, пол Европы уже там красный флаг подымет. Ну да, он же не отказывался от своей перманентной революции вообще. И вместо этого чё получилось тогда? То есть, если бы мы, как Троцкий советовал, зарядились бы на этот революционный взрыв, ну, что бы у нас получилось? А там бах, и вместо красного флага фашистский. Опа. Да. Ну ладно, продолжаем. Да, не так, будем долго отвлекаться. Значит, предреволюционная вот такая вот канитель, товарищи. Да, резюмируем ответ на вопрос. Короче, агентура меньшевиков собирает недовольных и с правого, и с левого фланга под своим флагом, и потом в решительный момент всех их, значит, ведет голосовать вместе с меньшевиками. И еще бывает, что и не просто с меньшевиками, а еще с ультраправым крылом меньшевиков, с которым даже меньшевики не все согласны. Вот такое. Но, значит, товарищ Ленин его не называл, что вражина. Он просто говорил, что путаник, короче, пустозвон, как он его тогда назвал, вот, и удушка он его тогда же назвал. Ну, то есть для него марксизм, как для персонажа этого Салтыкова-Щедрина, как для него это христианство.
Он там надергал, короче, блин, фразочек. Mm-hmm. И теперь свои гадские дела ими прикрывает. Ну и примерно раз в год происходит перебегание с одного лагеря в другой. Да, 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 все время туда-сюда бегает. Да. Но тем не менее... Говорит, тушинскими, говорит, перелетами, говорит, мы таких называем. По примеру смутного времени, что они то в том лагере, то в том. Да, всем ворам крест перецеловали. Вопрос два. Да. Апологеты Троцкого крайне любят делать отсылки к так называемому политическому завещанию Ленина, mm-hmm. особенно по работам «Письмо к съезду» mm-hmm. и к вопросу о национальностях и, или об автономизации, где Ленин, в скобках или не Ленин, есть разные версии, дает Троцкому положительную оценку. Хотелось бы прояснить товарищам о контраргументации к этим отсылкам троцкистов на Ленина, в особенности о роли Троцкого в обнаружении отдельных нужных частей завещания. Так. Касаемо, это значит, мы ссылочку тоже подвесим. После подкаста придется много читать кому-то. Ну, кажется. Нет, мы ж, кто кого времени нет читать, я же накидаю сейчас так. Но я своими словами накидываю там, товарищи. Угу. Лучше почитать, конечно, как в оригинале. Значит, касаемо первого, касаемо завещания. Оно было вообще? Так называемого. Было письмо к съезду. Угу. Там поругали Сталина и как бы вообще всех поругали. Всех, кого там упомянули, там очень им нелестные характеристики дали. Да. Это касаемо того, что это завещание Ленина, это товарищ Сталин как раз вот Троцкому-то припомнил на 15-м съезде. Сначала дал ему покричать про это завещание, а потом говорит, вот смотри, вот ты кругом тут кричишь, да, завещание Ленина выполним. А вот смотри, я сейчас процитирую интервью товарища Троцкого американским корреспондентом, да, типа, ну, что-то в 24-м или 25-м, по-моему, в 24-м году, сразу как Ленин умер. Ага. Вот. И там американский корреспондент, смотри, спрашивает товарища Троцкого, а что вы скажете про вот завещание Ленина, почему не выполняют, почему его прячут от прессы, там, туда-сюда. И товарищ Троцкий, смотри, отвечает, цитирую. Значит, кто говорит про так называемое завещание Ленина, в кавычках, тот либо вражинный провокатор, либо просто не врубается, как наша партия устроена. Ленин не царь-батюшка у нас, не патриарх, там никто, он не может ни преемников оставлять, ни какие-то политические завещания писать. То, что вы называете, продолжает товарищ Троцкий, завещанием Ленина, это был ряд писем съезду по организационным вопросам. Вот. Съезд выслушал, принял к сведению, что-то посчитал нужным выполнить, что-то нет. В общем, как оно у нас и заведено. То, что вы говорите, что его не выполняют, ну так это не обязательный приказ. Это рекомендации. Мы к некоторым прислушались, некоторые вот посчитали, что сейчас так не надо делать. Вот. А то, что вы говорите, что его прячут от печати, так это потому, что он не предназначен для печати. Это письмо для съезда, и оно зачитано на съезде. Вот и все. И, говорит, заключает товарищ Троцкий, кто, говорит, распространяет слухи о так называемом завещании Ленина, тот явно враг партии, тут хочет смуту посеять. Как бы товарищ Сталин говорит, ну, я полностью согласен с товарищем Троцким из прошлого. А что-то товарищ Троцкий из настоящего что-то несет пургу, и он либо, значит, как там он сказал, либо вражина, либо смуту сеет, либо не понимает ничего. Так что вот, вот такое вот завещание. Вот. Там, надо сказать, про Троцкого-то тоже сказано. Про Сталина там сказано, что он грубый и нелояльный. А про Троцкого сказано, что он парень способный, но бюрократ конченый. Ну, такая себе положительная оценка. Да, да. Причем... Про других еще хуже. Про Бухарина, что он хороший парень, но одна беда, ни разу не марксист. А про Зиновьева и Каменева, что они наши товарищи. Ну, вообще, предатели они, что они скурвились в 17-м, это не случайно. Вот. Товарищ Сталин же, насколько я помню, и сказал, что, а если хотите, давайте вообще и перевыборы в ЦК можно устроить. Раз так. Все, не надо, я чего, нормально. Нет, товарищ Сталин, он, собственно, разбирал это дело, это тоже в ПСС есть.
Он говорит, я, честно говоря, я не понял. Вот что тут от меня товарищ Ленин хочет? И чё, кому я конкретно грубый? Кому я конкретно нелояльный? Ну, к врагам партии, да. Если я вижу, что вот этот товарищ бывший, он сейчас он партии вредит, у меня, да, заканчивается к нему сразу все дружеское, товарищеское, братское. А чё, так, я думал, так и надо. Чё, нет? Ну, в общем, вот, с завещанием разобрались. Касаемо, что там вторая работа? К вопросу о национальностях или об автономизации. Там... Нет, если в первой работе про Троцкого там было сказано, что он способный. И что, может быть, даже самый способный вот в Политбюро. Но, во-первых, это не отменяет, что он... Как, ну, административной стороной дела всегда... увлекается чересчур, ну, то бишь, бюрократ. Ну, да. Вот. А самое главное, что способности, это как бы в потенции, блин, у тебя хорошее что-то, понимаешь? То есть, вот. А во второй работе там никаких нету вообще упоминаний Троцкого. Она не про Троцкого, она, мы уже упоминали этот случай, когда Орджоникидзе все к одному грузинскому коммунисту. Там, ну, меньшевику, да, как раз, который, да, ЦК там захватили. Ну, да, да, да. В общем, короче, он ему всек, и Ленин распекает Орджоникидзе и Дзержинского, и Сталина. Орджоникидзе за то, что всек. Ага. Сталина, значит, и Дзержинского за то, что они там приехали разбираться и типа... постановили, что Орджоникидзе кругом прав. Какие-то долбанулись. Ну, как он прав? Ну... Нет, ну, так, ну, суть такая. Блин, ну, прикиньте, царский генерал приехал бы и к губернатору, да, всёк бы. Такое было вообще? Ну, мы что, дичь, что ли? Не, надо понимать тогда обстановку. Тогдашнюю, товарищи. Тогда, например, был эпизод, когда в доме финских коммунистов в Ленинграде. Там, тогда еще в этом, Петроград он еще был. Там, значит, местные там финские коммунисты, они там на две группировки разделились, а потом одна из группировок постреляла другую. Mm-hmm. То есть устроила просто массовый расстрел. Как, блин, в кино про крестного отца, короче, зашли с пистолетами. Ну, там заседание проходит, все дела, в каждой комнатке работа. Они ходили по комнатам и убивали. Значит, по списку там убили там... Я не помню, короче, но там пара десятков убитых и раненых там в общей сложности было. И как пришедшие милиции, они сказали, не волнуйтесь, это у нас внутрипартийная борьба. Тут у нас вот эти вот ревизионисты с оппортунистами завелись, мол, они перерожденцы все, и мы их вот превентивно грохнули, ничего страшного тут нет. Не, ну, рефтрибунал решил по-другому. Вот, ну, я говорю, а тут Ильич потому же и волнуется так, он говорит, вместо того, чтобы пример подавать, сдержанности... Ребята, блин, вот сдержанности побольше. Я говорю, с Орджоникидзе я вообще офигеваю. Я его знаю, блин, давным-давно. И в эмиграции с ним был. И мне сейчас больно, что я ему... Что сейчас его наказывать надо. Мне больно. Но не наказывать, как тут не наказывать? Ну и сам Орджоникидзе, он, да, там с 15 лет, по-моему, в партии. Да, не, ну понятно, понятно. Они все там были на подбор. Говорит, тем более непростительно. Тем более непростительно. Говорит, Сталину непростительно. Потому что он, говорит, правильно, он говорит, против этих национал-социалистов, социал-националов. Он, говорит, против них озлобленный. А, ну, то есть там конкретно, там это, если к вопросу от рот, только что там Сталина поругали. Ну, во-первых, там также ругают Орджоникидзе и Дзержинского. Uh-huh. Вот, а во-вторых, там ничего не сказано про Сталина вообще. Там сказано, что в данном конкретном вопросе, ну, типа, его можно понять, он их всех там давно лично знает. Ну, блин, да, да. Вот. Но озлобление в политике всегда, говорит, плохая штука. Ну, то есть нужно, вот, сохранять нордичность в любом случае. Нужно не просто, говорит, особенно в таких, говорит, случаях.
Потому что тут, блин, речь идет об отношении, блин, нашем, получается, с нацменами. Угу. И ничего, что туда два грузина, говорит, и поляк приехали. Говорит, они себя как русские держиморды повели. Ну, собственно, из-за этого... И сейчас-то, говорит, товарищ Ленин, особенно нельзя такое делать. Ну, говорит, ну чего вы, честное слово, вы, блин, в политбюро все заседаете. И вы дальше нос своего не видите. Азия подымается вся, Китай подымается. Там вообще ни одного дурного слуха не должно быть про нас, вот в этом плане. Mm-hmm. Понимаешь? Вот. А касаемо того, что там кого-то не так обозвали, я говорю, он говорит, я, говорит, сам с Волги. Рассказать, как башкир, татар называли всю дорогу. Как, собственно, как кавказцы всех называли. Какие слова были для них много разных. Одно обиднее другого. Сейчас давайте, блин, они все начнут спрашивать друг с дружки. Ну, вы что, надо с шовинизмом бороться. Говорит, ребят, бороться. Тем более, это могла быть запланированная меньшевистская провокация. Понятно, и тогда вообще получится. Тебя спровоцировали, да, и ты радостно повелся и сделал четко, как им надо. Угу. Вместо того, чтобы взять его спокойно, его аргументы, блин, убогие, разбить. И потом спросить, ну и кто тут? Нехорошее слово. Ты вместо этого ему всёк. То есть сделал прям просто подарок ему подарил. В общем, короче, нельзя так себя вести, вот заключает товарищ Ленин. Не знаю, товарищ, при чем тут Троцкий вообще? Да. Это другой эпизод. Так, ну достаточно так контраргументов, что... наверное. Да, значит, резюмируем, да, во второй работе про Троцкого вообще ни слова, а про Сталина. Сталина ругают за конкретный эпизод, угу, в котором сплоховал не только он. То есть видно, что там уж, касаемо того, что Дзержинский был очень умный, это, я думаю, ни у кого нет, да, сомнений. Вот, таким образом, в первой работе Сталина ругнули, ну, это как бы было непонятно за что. Касаемо того, что это сфальсифицировано было, это письмо, ну, я думаю, если бы это выяснилось, уж про это обязательно бы написали, но нет, такого не было. То есть никому в голову не пришло, что оно сфальсифицированное. Угу. Хотя, между прочим, вот все там были названы: Зиновьев, Каменев, Бухарин, Сталин и Троцкий. Да, и всем по всем очень прошлись, блин, нелестно. Вот. Ну, за исключением, ну, пожалуй, лучше всего там Троцкий выглядит. Вот и так из описаний. Но опять же, про него ничего определенного. Так, ну, способный парень, типа. Mm-hmm. Вот, такая фигня. Так что вот, там нечего там, не за что там троцкистам зацепиться. Как бы Ленин сказал. Ленин в то время, он болел, и это не к тому, что у него голова была неясная, голова была ясная довольно-таки. Он еще очень хорошие, толковые работы еще написал, правда, мало. Но он каждый раз, когда он пишет о чем-нибудь, касающемся съездов, вот текущей политики, текущих дискуссий и прочего, он каждый раз оговаривает: товарищи, я не вполне в теме. Угу. Товарищи, я сейчас сильно очень болею, вот думал, что типа к зиме полегче будет. Будет. Вот, я как следует займусь, но вот чувствую, не получается. То есть он не вполне, блин, разбирался в ситуации. Если бы он разбирался в ситуации, я говорю, был бы Ленин, грубо говоря, на 15-м съезде живой, спрашивается, как бы он, может, он позволил бы оппозиции, ну, сделать свою, блин, эту группку альтернативную, свои альтернативные эти воззвания и программы печатать. Да нет, он поступил бы так же, как он на 10-м поступил. Так что вот так, товарищи, значит, ничего такого. Это не завещание, короче. Да, это не завещание, никакой особой похвалы в адрес Троцкого нет. Еще там похвала была, это самое, что лучшим большевиком он его назвал. Он его назвал вскользь на каком-то совещании. Как раз сказал, что вот как Троцкий свои эти меньшевистские закидоны бросил, про объединение, блин, с меньшевиками там кричать перестал, вот с тех пор прям такой большевик, что душа радуется. Вот в таком духе. Вот. Следующий вопрос. Да. Кроме того, апологеты Троцкого любят утверждать, что Сталин украл идею индустриализации у Троцкого, который ее оглашал, но проекты отвергались на съездах.
Также хотелось бы дать комментарий по контраргументации. Ага. Еще про коллективизацию забыли, что коллективизацию тоже Троцкий придумал. Да, да. Индустриализа, идею, вот на такое, товарищи, надо отвечать, что ты послушай, как это вообще тупо звучит. Что Сталин украл у Троцкого идею индустриализации, то есть идею, что надо кучу заводов построить и наделать всякого на них. Типа какие-то сомнения у кого-то были, что ли. Нет. Хотели. Да, индустриализацию, короче, как и коллективизацию. Хотели делать абсолютно все. Ни у кого вопросов не было, что надо это делать. Вопросы были в том, как это делать. Наверное. Да. Ну, в случае, да, с коллективизацией, когда? Угу. Да. Ну, потому что по коллективизации план Ленин составил, кооперации крестьянства. Он просто в двух словах, товарищи, проще некуда. Говорит, сделайте 100 тысяч тракторов и скажите середняку, что он, видишь вот эту железяку? Короче, кто в артель запишется, за того вот она будет пахать. И тот как представит, сколько у него теперь свободного времени в связи с этим будет. Что он побежит, говорит, сразу ногами, он, говорит, за коммуну проголосует. Вот. И тут, ну, вкратце можно накидать, что, например, коллективизацию троцкисты говорили, что надо делать вот прямо сейчас. Угу. Вот прямо сейчас, вот сейчас у нас 24-й, 25-й год, вот прямо сейчас сделаем. Всякие, кулак лезет туда, кулак лезет сюда, Непман прет со всех щелей. Но осталось только короче, делаем коллективизацию прямо сейчас. Говоря, а как мы сейчас ее будем делать? Ну да, какими средствами? Если у нас нет тракторов. Да. Он говорит, ну, нет, ну, можно купить трактора за границей. А как же вот мы купим за границей трактора, а завтра у нас, допустим, с ними война. И что, получается, они нам комплектующих не поставили и сорвали нам посевную? А потом импортозамещение да. делал. А насчет этого-то Троцкий как раз вот тут и начиналась вот про мировую революцию дискуссия. Mm-hmm. Тут троцкисты кричали, что а вы про это не думаете, мы сейчас у них возьмем тракторов-то. А завтра, послезавтра у них там революция, бах, там все, наши братья-коммунисты. Может, даже не надо будет эту часть денег отдавать за трактора, и вообще замечательно будет. Надежный план. Да. Не, надежный, что мы закладываемся на революционный взрыв. Тут опять же, вот, по касаемо мировой революции, товарищи, не было в партии группы, которая говорила, что мировая революция вообще не нужна. Троцкисты припадают, что мы кричали, что даешь мировую революцию, а Сталин говорил, не надо. Сталин тоже хотел мировую революцию. Там дискуссия была не о том, нужна она или нет. В тогдашней уже коммунистической партии не велись такого рода дискуссии. Это для всех было как бы уже обязательно ее хотеть. Но вопрос был в том, нам ждать вот революционного взрыва в Европе завтра, да. послезавтра, да, грубо говоря. И троцкисты говорили, что да, ждать. И на это, собственно, вот закладывались. Говорили, мы не индустриализацию, давайте супериндустриализацию. То есть мы пустим эти концессии, мы их и так пускаем в добычу сырья. Угу. Ну, ничего не оставалось, товарищи, как отдать это дело на откуп зарубежным нашим этим классовым врагам, просто потому, что у нас не было ни технологий, ни инженеров. Это и при царе-батюшке у нас больше трех четвертей всей добычи, значит, этим занимались вот именно иностранцы. Думаете, почему это Лена Голдфилдс ЛТД, которая вот во всем бассейне Лены добывала золото, почему офис в Лондоне у нее был? А просто потому, что там, когда, грубо говоря, отечественные русские купцы с еврейскими банкирами, они, значит, все там намыли, грубо говоря, с ручьев. Ну, все, что сверху можно было собрать, собрали. Стало понятно, что дальше надо врубаться в землю, в горы. А для этого у нас ни технологии, ни умения, мы ничего такого не могли сделать. То есть и они просто приняли тогда решение, что чем покупать сейчас там всю технику, еще нанимать там этих инженеров, проще сделать совместное АО. И сделали. И все.
И к 12-му году это все оказалось в руках англичан, уже контрольный пакет. И, короче, русские мужики добывают на русской земле русское золото. Да, деньги с этого... А деньги имеют англичане, mm-hmm. да. И это было, я говорю, Успенского. Вспомнить не только в золоте, там, в платине там, и в прочем. Это даже тупо, блин, я говорю, сено. Mm-hmm. Весь, вся продажа, все продажи сена, блин, торговля сеном под Питером, все в руках английской фирмы. Русские мужики косят русскую траву и скармливают русским лошадям. И деньги почему-то имеют с этого англичане. И как так получилось, хрен его знает. Никто не понимает. Кулак, говорит, не понимает даже наш, но, говорит, и из-за этого только сильнее благоговеет. Что, во какие, во молодцы, во красавцы-то. Так что вот так вот, товарищи, вот такой вот был план у Троцкого касаемо индустриализма. Ну, план Сокольникова. Да, он действительно съезды отвергали. Так это, товарищ Троцкий, убедительнее надо писать. И там, может, съезд и не отвергнем. Потому что вот а товарищ Сталин писал тоже свои планы. Их почему-то съезд не отвергал. Угу. Наверное, потому что товарищ Сталин всем приставил маузер поголовно к голове. Спрашивается, что Троцкому мешало то же самое сделать. Ну, в том-то и фишка, да, его планы провалили. Ну, это интересно посмотреть сам протокол съезда. Да, так они же есть. Они же есть, они все есть, дорогие товарищи. Вот, берете, дочитаете. Очень занимательное чтиво. Так, поехали дальше. Следующий. Да? Следующий. Да. С этим разобрались, да, товарищи, резюмируем. Никто ни у кого ничего не воровал. Собирались делать, блин, по-любому. И коллективизацию, и индустриализацию, и мировую революцию потом. Вот. Только троцкисты, они пытались вот серьезную дискуссию о планах коллективизации, индустриализации превратить в какой-то, блин, этот бардак. Угу. Знаешь, они подменяли марксизм левачеством. Просто. Обычным. Типа, вот совхоз, блин, круче. Как бы, не, он и экономически он круче, чем эта артель. Знаешь? Ну, и по марксизму он, блин, эффективнее. Ну, потому что марксизм, он говорит, наука, ну да, написано, да, но так эффективнее. Вот давайте делаем. Ему говорит, ну блин, ну 70% населения страны вот эту политику воспримут как грабеж. Пофиг. Это у Троцкого тоже было сейчас. Пофиг, делаем. Нам главное делать как надо. Вот, делаем все по Марксу, короче, закрыв глаза, а там будь что будет, если что, погибнем, но не зря, типа, как парижская коммуна, типа, мы будем. Ну, это отчаянно достаточно. Вот так вот, да. Ну, на некоторых впечатлительных граждан, вот. Особенно, наверное, молодежь. Но молодежь, которая, понимаешь, он еще слабо что понимает, зато радикализм у него выше крыши. Да, то хорошо. Ну, опять же, у него всю дорогу ориентация была... у меня книжечка будет посвящена как раз разбору его работ. Вот у него во всех работах прям явно прослеживается ориентация на читателя, который слабо в марксизме и в партийной жизни разбирается. И не читал предыдущие работы, да, Троцкого еще. Вот. Да, зачастую, да, у него там одно другому. Не, хотя у него, я говорю, основные идеи. Ну, мы к идеям, да, попозже перейдем. Основные идеи у него две, и они у него через все работы красной нитью как бы проходят. Так, продолжим. Так, вот еще один вопрос. Товарищ пишет. Привет от обывателя, разделяющего твои мысли всем сердцем. Твои, то есть. Обсудить бы мнение Троцкого о том, что партию профессиональных марксистов-революционеров поглотит неготовая мещанская масса, после чего она переродится и перестанет быть коммунистической. Предсказал ли гражданин Лейба 90-е? Если вот это значит предсказать 90-е, так их тогда и Сталин предсказал, и Ленин предсказал, и Маркс с Энгельсом предсказали. Если говорить о перерождении партии, ну, да? Что значит предсказать? Как бы... Ну, грубо говоря, ты выходишь вот из квартиры, а я говорю, тебя могут эти гопники хлопнуть там в арке. Так. И тут...
Одно дело, если я там, блин, да, оперативную работу провел, то есть в курсе, что с такого до такого-то часа там такая-то бригада стоит, там закурить спрашивает. Понимаешь? А другое дело, если я просто так наобум тебе говорю, каждый раз просто, когда ты выходишь. Mm-hmm. И вот на какой-то там, на 300 какой-нибудь раз, или так случайно бах совпало, что бах, тебя шваркнули именно в этой подворотне. Mm-hmm. Ну, как сказать, можно сказать, что я предсказал? Ну, отчасти. Да. Вот. А то, что такое может произойти, я думаю, что это ты без меня понимал, что вообще в принципе такое возможно. Да, так и тут. То есть ничего он не предсказал, и у нас там такой же типовой, да, вопрос. Да, вот да такого один. Же типа вопрос. Про деформированное да. рабочее государство. Да, 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 а это оно и есть. Да. Оно и есть. Вот тут тоже товарищ пишет следующее. Из споров с троцкистами сложилось ощущение, что у них все рабочие государства деформированы. Угу. А недеформированным был СССР, пока Троцкий не бежал. Да, да, недеформированный – это где Троцкий есть, а где его нет, там сразу все деформировал. Так, мол, везде, где троцкистов нет во власти, деформированы. Да только самим троцкистам никакого рабочего государства построить не удалось. Также утверждение троцкистское, что в СССР был госкапитализм. Так, стоп, это другой вопрос. Нет, давай его нет, я говорю, давай его следующим сделаем. Хорошо. Да, а сейчас пока с этим разберемся. С, да? с деформированным государством рабочим. Да, ну это то же самое, о чем вот в прошлом вопросе товарищ сказал. Значит, утверждение, что оно неизбежно должно переродиться под влиянием этой мелкой буржуазии. То есть, ну, что непременно мелкая буржуазия должна пролетариат с его пролетарского пути сбить. То есть, не рассматривалась совершенно вероятность, что пролетариат, наоборот, поведет за собой непролетарские трудящиеся массы, как оно и должно быть. Знаешь, это тут непонимание, блин, вот, ленинского гениального хода, блин, политического. Вот это вот рабоче-крестьянское государство, демократическая диктатура. Знаешь? Но при гегемонии рабочего класса. Правые оппортунисты, они норовили, что ну раз, блин, у нас демократическое, так давайте, значит, когда мелкобуржуи хотят мелкобуржуйского, давайте по-ихнему делать. Они говорят, нет, направлять-то будет рабочий класс. А мелкобуржуям мы просто будем разъяснять, что, во-первых, вы оставьте вот эти мечты, что я эксплуататором заделаюсь. Вы при капитализме вы успокоитесь, вы не заделались бы. Никакой вы с ларька до этой самой, до сети супермаркетов не раскрутились бы. Вот, можете быть спокойны. Вы разорились бы и стали бы пролетарием. А пролетарии при капитализме, гляньте, как живут. Вот. А у нас, соответственно, вот мы вашу энергию можем направить. То же самое, делай фирму, но, блин, делай артель, делай кооператив. Вот. Товарищ Сталин очень подробно, хорошо накидывал, как у нас те же колхозы, вот кооперативы просто вот сползут потом в социализм с ростом производительности труда, вот, со всякими этими модернизациями, инновациями, потихонечку разница пропадет. Как уравняется, говорит, цены в колхозном рынке и в, это самое, в госзакупке. Так и все, и нахрена колхозникам ехать на этот рынок, самим заморачиваться, если проще все в закупку сдать, все 100% урожая. А если они, получается, значит, их фирма, она, значит, всю свою продукцию сдает государству, и государство им платит. Только в совхозе, значит, мужики работают, сдают все государству, государство им платит, тут то же самое. Угу. И они просто станут совхозами по факту. Вот. Без всяких, без кипиша, без мятежей, без мыслей, что нас обокрали. Вот. Это, говорю, тут ленинская глубокая мысль, блин, насчет того, что у нас диктатура пролетариата, это особая форма классового союза между пролетариатом и непролетарскими этими слоями трудящихся. Вот. В том числе с трудящейся частью вот мелкой буржуазии. Вот так вот, ну, дорогие вообще, товарищи. В принципе, сама идея о том, что диктатура пролетариата может в какой-то момент времени начать отмирать. Нет, ну, это во-первых, что это идея? Это ничего не изобретение. Это не изобретение, ясный хрен, это если тема для исследования. Если ты дом построил, его могут снести, да. Могут. Да, надо просто понимать, значит, что там укрепить надо. Но нужно же всесторонне исследовать и опыт это разложения что, рабочей это, партии, это надо сказать. В том-то и дело, я говорю, что Троцкий или какой-нибудь Шляпников в своей рабочей оппозиции, они
они каждый пытались приватизировать вот эту заботу о том, чтобы партия не переродилась. О чистоте рядов. Они так вот орали про чистоту рядов, про перерождение, и главное, каждый раз вот акцент делали, что мы об этом говорим, мы, как будто, блин, все об этом не говорят. И если на то пошло, вот троцкистам можно ехидно заметить, что вот как раз четко, да, некоторые начали перерождаться, вот пришлось отстрелять потом, ну, делать, да, такое может случиться. Можем ли мы что-то ценное подчеркнуть из этой теории о деформированном рабочем государстве? Нет, нет, она, потому что это абсолютно глупая, нелепая теория, растет из его ошибочной идеи о том, что мелкая буржуазия, она тотально контрреволюционна. Вот эта идея, она, а эта идея меньшевистская. Она тянется как бы еще. А у меньшевиков она, это Ленин хорошо подметил, зачем. Она говорит, они прикрывают вот этой идеей свое нежелание работать с мужиками. А их и не надо, мол, и не надо с ними работать. Они, мол, наши враги. А понимаешь? Почему такое отторжение к мужикам? Ну, блин, что, зачем меньшевики нужны? Чтобы революции не получилось. Понимаешь, меньшевики вот нужны, чтобы рабочее движение было, но революция оно не сделала. А вопрос об успехе революции нашей социалистической, пролетарской, это, собственно, вопрос о том, на чьей стороне будет в момент вот сам революции мелкая буржуазия. Вот, если мы перетянем ее на свою сторону, как Ленин сделал в 17-м году, Ленин это сделал, обрати внимание, взял власть вообще без войны. Если бы там не вот эта вот разруха тотальная, понимаешь, если бы сразу можно было начать налаживать хозяйство, как после войны начали, там и гражданской бы не было. Ты обрати внимание, у этих уродов, блин, контрреволюционеров, пока они что-то там насобирали, год почти прошел, они год почти были просто как прихлопнутые пыльным мешком. У них абсолютно почва из-под ног ушла. Никто не хотел вообще с ними работать. Понимаешь? Ну, вот. А кто хотел, у тех у самих, блин, никакой почвы под ногами не было. Только потом вот использование раздражения мелкой буржуазии, как раз ее торгашевской части. А это надо понимать, это не просто, что один трудящийся, один торгаш. И в каждом мелкобуржуе живет, блин, трудящийся и торгаш. И вот временами то один, то другой пересилит. И вот тут, да, вот они использовали, чтобы крестьяне взбесились. Ну как так, только землю дали, блин, только мы вздохнули, бах, теперь торговать нельзя зерном. Что такое? Только я думал подняться, а нахрен мне та земля нужна. Что за сказочка про дудочку и кувшинчик? Ну вот, и подняли их на бунт. Белогвардейцы. А потом, опять же, те же крестьяне поняли через годик войны, что где белогвардейцы победят, там они землю отберут. И как прикинули, что не, нам лучше давайте тот вариант. Как бы, ну, он получше. Тем более, что большевики их успокаивали, что после войны назад мы отыграем. Так, да, ответили мы, да, вроде. Значит, да, резюмируем. Значит, вся эта теория деформированного рабочего государства, она растет из, говорю, контрреволюционной, вредной и неправильной идеи о том, что мелкая буржуазия не может быть попутчиком и союзником пролетариата. Мы вот еще дойдем до этого. Нет, а это, опять же, мы просто видим, да, любители диалектики, что тут ошибка философии, да, не видят. Не могут диалектически на мелкую буржуазию взглянуть и не видят, что там две тенденции борются. Абсолютизируют, блин, одну, та, которая контрреволюционная, торгашеская, а другую не хотят видеть в упор. Одни по ошибке, а другие специально делают вид, что не замечают. Вот. В случае с Троцким, я не думаю, что он дурак. Я думаю, что все он видел и все он понимал. Да. Ну, вроде да, ответили, да? Вроде да. Теория глупая и неправильная. Но мы, да, ее еще посмотрим, да, в дальнейшем. Ну, мы будем разбираться, да, да, конечно, вообще со всем наследием Троцкого. Из каждой пятилетки возьмем, дернем по работе и как следует разберем. Так, с деформированными этими государствами разобрались. Угу. И вот, продолжение. А троцкистам всем, я говорю, и тогда, и сейчас надо это... Вы поубедительней на съездах рассказываете. Глядишь, если идеи у вас будут толковые, и рассказывать вы будете про них хорошо, то вас и послушают. Может, за вас проголосуют. А то тоже странные, блин, все эти разговоры.
Как будто когда-то, блин, кто-то проголосовал весь съезд, блин, сука, за Троцкого, а Сталин все сфальсифицировал. Не. Так, ну, поехали дальше. Продолжение того же вопроса. Да, но это... Но тема да, другая уже. Да, тема другая и хорошая тема, угу. Но это отдельный вопрос. Также утверждение троцкистское, что в СССР был госкапитализм. То есть, ну, человек сам расшифровывает. Государство играло роль единственного капиталиста. И из-за этого максимальная монополизация экономики, и СССР по такой логике выходил худшим империалистом, чем капстраны. Ну, это я говорю, это уже поздний Троцкий, где там с точки зрения марксизма-ленинизма вообще все стало печально. У него там бюрократия, это, оказывается, новый класс. Да, кстати, популярная тема. Потом этот больше этот югославский, это оппортунист, Джилос. У него работа была, даже такая «Новый класс». Ну, это он разрабатывал, короче, троцкистские эти идейки. Что бюрократия, мол, это новый класс. Как приклятый. А тут вообще вот в этом утверждении уже сквозит полное непонимание, что такое классы. Ну, в лучшем случае это непонимание. Человек, который такое говорит, он в лучшем случае не понимает, что несет. Вот вообще все вот это вот утверждение, они, да, они часто говорят госкапитализм. Ну, госкапитализм в СССР был во время НЭПа. Да, это был госкапитализм. Но потом НЭП закончился. Да, тогда у нас был социалистический сектор, который выступал тоже как капиталист. Угу. Просто самый большой, самый жирный. Вот. Вот. А потом все это закончилось. То есть это утверждение, что госкапитализм в СССР, оно верно до 29-го года. После 29-го нет. После 29-го мы перешли уже к строительству социализма, каково и закончили к середине 30-х. Но вот есть какие-нибудь аргументы в пользу того, что это был не госкапитализм после 29-го года, что это именно строительство социализма? Да. Ну, вот так, чтобы прям как товарищ просит контраргументировать. У нас уничтожили полностью эксплуататорские классы. После вот 29-го, начала 30-х у нас эксплуататоров не осталось вообще. Вообще никаких паразитов не осталось. У нас не осталось спекулянта, что все, нету больше спекулянтов, которые купил за рубль, там продал за 10. Вот, у нас только осталась частная торговля, колхозникам можно. Им урожай принадлежит по праву создателя. Не по праву, как буржуй, что я денег дал, теперь вот все, что там сделали, мое на этом заводе. У него нет, колхозник он своими руками. Он пахал, сеял, возил, таскал туда-сюда, и вот теперь это его, он имеет право продать. Но, опять же, это вроде как у нас рынок, но у нас монополик-то там нет, поэтому на колхозном рынке никто не задерет, как сейчас, клубнику там, у которой себестоимость 5 рублей по 500 продавать. Если какой-нибудь колхозник там это отчебучит, ну, его лавочку просто будут обходить все и покупать у соседей, которые за вменяемые деньги продают. Вот и все. У нас не осталось ростовщика, который дает деньги в долг под проценты, но это у нас уже давно не было. Вот. И у нас не осталось эксплуататора, который, значит, наемным трудом, чужим трудом богатеет. У нас таких вот, как у Лебедев-Кумач. Говорил, нынче мы расправляемся круто с теми, кто жизнь привык заедать. То есть жить чужим трудом. И мироедов явных как будто нынче в Союзе уже не видать. Ну, и государство, получается, не капиталист больше. Государство вообще не... Оно, что значит, как государство может быть капиталистом? Мы же понимаем, да, мы же марксизм знаем. Угу. Государство – это аппарат. То есть то, что Троцкий там говорил, что бюрократ может быть капиталистом, он не может быть. Капиталисты – это класс. Угу. Классы – это большие группы в обществе, вот, которые отличаются друг от дружки своим особым отношением к средствам производства. Вот сейчас у нас их три, надо понимать. Вот буржуазия, пролетариат, мелкая буржуазия. И все четко. У пролетария нет ни хрена, он только устраивается к кому-то на работу и тем живет. У мелкобуржуя что-то маленькое есть, там своя машина, там какой-нибудь станочек, там что-нибудь выпиливать. За счет которого там, да, своя, может, лавочка своя маленькая. Вот. Ну и буржуи, владельцы заводов, газет, пароходов. Бюрократ, он
по отношению у него к средствам производства точно такое же, как у пролетария. Ну да, бюрократ может, пользуясь служебным положением, незаконно себе что-то там, блин, отписать. Точно так же, как и пролетарий может незаконно. Это как бы это уже не политэкономия, это уголовный кодекс. Понимаешь? Тут присвоить что-то, и пролетарий, и бюрократ могут только мимо законов и как бы попасться потом и сесть за это дело. Вот. Отношение у них к средствам производства одно и то же. Ну, если, может, троцкисты хотят доказать там, что пролетариат был ущемлен в СССР политически. То есть, остается только, ну, тут не знаю. Пролетарская партия рулит, состоящая из пролетариев. Как бы политика вся, смотрим, ну, не прогресс построили, для кого? Чтобы Сталину на дачу, блин, провод кинули, блин, чтобы он там телевизор смотреть мог. Ну, личный кинотеатр известный. Магнитку для чего построили? Чтобы там Сталину отлить какой-нибудь мега-унитаз там, блин, или что-нибудь в этом роде. Вот. Для кого это все было-то? Вот. Так что, что монополизировано оно было, да, и должно было еще больше монополизироваться. Это не баг, это фича. Это, опять же, это надо понимать, как у нас социалистическая экономика работает. Как раз вот когда мы социализм построили, то есть от эксплуататоров вообще избавились полностью, и у нас остались, считай, в стране только, блин, соцсектор и кооператоры. Вот после этого мы приступаем к строительству полного коммунизма. Когда мы построим полный коммунизм, это, считай, у нас вся страна станет одной большой фирмой. Mm-hmm. Вот. Так, собственно говоря, и изживается окончательно товарность производства. Потому что в рамках одной конторы, даже при капитализме, продукт не как товар ходит. Даже на капиталистическом заводе один цех другому не продает продукцию, а просто передает для дальнейшей обработки. И вот когда я говорю, когда вся страна у нас станет одной большой такой монополькой, вот тут у нас и наступит коммунизм полный. Никакой товарности просто не будет. Да, даже ее следов. Она уже, собственно говоря, хреновая ее часть, она преодолена уже тем фактом, что мы спекулянта убрали. Угу. Все, нет спекулянта. Понимаешь? У нас просто это теперь вот, грубо говоря, так вот особый вид передачи, блин, продуктов потребления. Понимаешь? Вот. Через талончики еще. Еще надо талончики давать. На доступ к общественным благам, чтобы получить, а не просто прийти и взять то, что тебе нужно. Ну, талончики, да. Кстати, одна из самых пугающих вещей для обывателя, скажем так. Так у нас деньги стали такими талончиками, товарищи. У нас деньги из товара эквивалент. За счет того, что мы убрали спекулянта и ростовщика, у нас деньги из товара эквивалента, они превратились просто в талоны. В талоны на доступ к общественным благам. А если вас пугает обывать советские талоны... Это, блин, это же как скидочные эти карты, у вас флайеры всякие не пугают? Это же то же самое, блин. Вам наоборот, да, всем, по-моему, наоборот хочется какую-нибудь скидочку-то получить. Но вот талоны, считай, это вот тебе скидка как раз. Что ты получишь, блин, за копейки, то, что тебе надо. Вот. Так что, не знаю, сейчас за ними бегают. Чей-то вы их боитесь при советской власти. Ну, когда вспоминают про талоны, сразу воспроизводится вот эта картинка с дефицитом, с пустыми полками. Так, оно к талонам не имеет отношения. Вон у нас полки забиты, и все равно эти талоны кругом. Акция, акция, акция. И люди сидят, блин, домохозяйки, блин, вон полдня тратят, блин, что там выбирают, где там на 20 рублей подешевле. Вот. Так что тут... Дефицит – это другое, дорогие товарищи. Откуда у нас вообще может дефицит взяться, если у нас производительность труда все время растет? В позднем Союзе он взялся от того, что у нас, считай, вся торговля превратилась в ОПГ. Угу. Вот. Вот и все. Все ништяки, их, короче, ушлый продавец совал под прилавок и продавал потом с тройной наценкой, блин, своим кентам. А те уже там, кто себе брал, кто запускал тоже, блин. С очередной накруткой. Так что вот. Это все из-за вредительства, дорогие товарищи.
Да. Ну, так что там про монополии? С монополиями разобрались, да? Ну, да. Да. Вроде. Все, да? Короче, да, кусочек. Да, понятно. Госкапитализм у нас до 29-го года. Угу. Кто говорит, что после было, тот врет или ничего не понимает. Ну, вот это первое. Второе, то, что у нас монополизировало все это хорошо. У нас в этом направлении старательно работали прям. Да. Чтобы был сначала, блин, вместо фабрики комбинат, потом, значит, трест уже, потом синдикат. Вот, это да, это да. Так и надо было, дорогие товарищи. Это в упрек ставить нельзя. Что у нас государство было капиталистом? Нет. У нас государство не присваивало себе прибавочный продукт. Потому а куда что, она его девала? Куда? Раскидывала на общую пользу. Угу. Знаешь, не тупо, блин, как это в представлении Шарикова, что выдать всем по мешку денег. Понимаешь? Нет, зачем? Мы построим на эти деньги школу, больницу, поликлинику, музей, санаторий, дорогу проложим. Вот. Так оно все и работает у нас, дорогие товарищи. Так оно тогда работало. У нас такого роста, как тогда, не было вообще. За всю историю Советского Союза. Как тогда, вот когда все по-правильному. И после войны как поперли. Так, ну ладно. Последний кусок того же вопроса. Ага. Так, ну и про пролетарские революции, просят рассказать, которые Троцкий видел много где, но в итоге нигде там они не произошли. Да, 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 да. Вот на что мы об этом уже говорили. Да. Любят говорить, мол, злой Сталин задушил рабочее движение международное. А это опять же, вот тот, кто так говорит, тот ни хрена не понимает, пусть идет учит матчасть. Пусть идет освежит вот это ленинское учение революционной ситуации. Революцию нельзя экспортировать. Вот. Хотя, с другой стороны, мы обязаны, если у нас диктатура пролетариата, она вовне, она должна распространять революционные идеи шире и шире. Но революционный взрыв мы не вызовем вот ничем. Мы, естественно, распространяя революционные идеи, мы готовим субъективный фактор вот для революционной ситуации, чтобы когда взрыв настал, большое количество народу, у них в голове было не что надо вот это вот то, что есть, переделать, угу. А то, что есть, надо сломать и сделать заново. Это понятно, это нам надо распространить как можно шире. Троцкисты, они предлагали, говорю, во всех наших действиях закладываться на революционный взрыв на Западе в ближайшее время. Как товарищ в вопросе совершенно правильно подметил, революции не произошло, наоборот, фашизация произошла. То есть говорить, что это из-за того, что Сталин там подметных писем мало рассылал. Ну, во-первых, работа везде шла. И пипец какая. Везде, блин, эти гестапо местные, блин, у них основная была работа вылавливать коммунистов. Вот. И везде у коммунистов подполье было мощное, и умудрялись и раненых вывозить там в Союз, там лечить, и семьи там. Всем в Артеке там детишки, чтобы, блин, пока папа там на родине с буржуинами борется, а детишки в Артеке отдыхают. То есть постанова была нормальная. И, собственно, троцкистам на это можно, знаешь, это, взять глобус, да, каких-нибудь, вот как раз 53-го года. Чтобы вот троцкист посмотрел, как там все покраснело там, блин, вокруг Советского Союза. Что вот какое оно было красное, когда Сталин принял, угу. И вот какое оно стало красным, когда Сталин, блин, почил. Вот так вот и происходит, дорогие товарищи, в том числе и троцкисты заблуждающиеся. Мировая революция не вдруг сразу лихим наскоком, а вот так. Сначала покраснели это Тува с Монголией, потом, опаньки, эти дурагоны-буржуины войну устроили, а получилось у них еще хуже. Уже вся Восточная Европа красная, Китай красный. Если бы вот не похерили это потом, подлые заговорщики, вот этот блок, который товарищ Сталин, блин, слепил, вы просто прикиньте, у буржуинов шансов никаких не было. Вот так мировая революция и произошла бы. Мы уже были такие мощные, что военной силой нас давить было абсолютно без понту. Они там только кидались на всякие Кореи там уже. А то, что прямо на нас напасть, там речи быть не могло. Вот только сейчас, через 30 лет правления буржуев, они начали только разговаривать о том, что не пойти ли реально, не повоевать ли где-нибудь на Кубани, под Воронежем.
А до этого даже у меня разговоров не было, потому что любого, кто о таком заговорит, сразу, ну ты несерьезный человек, что ты несешь-то? Ну так. И мы должны были вот делать, как Китай, наращивать производство и заваливать их своим дешевым продуктом. И все. И Китай сейчас показывает, что у буржуинов против этого лома никакого приема нет. Если выгоднее спекулировать китайским, чем делать завод и производить свое, они будут спекулировать китайским, хоть ты им, блин, дай триллион на развитие промышленности. Они весь этот триллион запустят в спекуляцию. Немедленно. Но, к сожалению, видишь, факел выронили мы из-за подлых меньшевиков-заговорщиков, которые нам разрушили этот блок сначала, обрати внимание, как глупые сталинские принципы, да, отошли в прошлое, как начали вот по другим, по умным жить, культ личности разоблачать и прочее. Первым делом, значит, весь блок распался, Китай отвалился, и даже мы с ними начали перестрелки всякие. И оставили тамошних коммунистов, кстати, наедине с миллиардом мелкобуржуев, которых надо как-то кооперировать. Как их кооперировать? То есть для них же, если мы там заводим колхозы, механизацию сельского хозяйства устраиваем, это же получается, нам нужно там освободиться, рабочих рук, там, считай, полдеревни будет неприкаяны. Их надо либо на халяву кормить, либо построить им какой-то не ебаться завод, чтобы они работали. А как мы их быстро не строим, у нас, блин, чтобы на миллиард сразу построить. Ну да, понимаешь? Вот. Пришлось вот на компромиссы идти, пришлось вот этот НЭП завести, который сейчас вот чем закончится, еще неизвестно. Так, ну ладно, мы отвлеклись, товарищи, да, ответили, да, на вопрос. Да, тут та, этот Троцкий, да, немножечко обшибся, а потом, видишь, сказал, что это Сталин виноват. Это мне напоминает, опять же, как Тухачевский, да, на Варшаву попер всеми наличными силами. Строго в рамках своих вот теорий военных, что там фланги прикрывать, это вчерашний день, надо сейчас все силы в один удар вкладывать, и вот вложил. А потом почему ты, значит, это под Варшавой проиграл, а это вот Сталин с Егоровым не прикрыли мне фланг. С чего они, как будто у них своих задач не было. Они, между прочим, у них задача была брать Львов, и они ее выполнили. А что, они еще и тебя должны при этом прикрывать? А как же твоя теория гениальная? Ну, короче, вот, то же самое у всех, обрати внимание. Вот. У них вся эта оппозиция в оконцовке, получается, все примерно вот, логика одинаковая, ход рассуждений одинаковый. Что ты правый, что ты левый, что ты какой-нибудь просто этот генерал, блин, который в военно-фашистский заговор вписался, безыдейный. Да, ну вот так вот, товарищи, да, с этим вопросом разобрались, переходим, да, к следующему. Мазками хотелось бы также пройтись по позднему предвоенному Троцкому в сравнении с штампами геббельсовщины. Ага. Да, понял, там никакого в группе с ним нету, там вроде было несколько таких. Нет? Один он? Ну, вообще, может быть, про сотрудничество с фашистами. А, ну да. Но... Реально ли это сотрудничество происходило? Или все это мифы? Ну, как мифы? У нас, вот я говорю, это просто удивительно. Был суд. И на суде люди давали показания. Почему все эти показания отметаются? Картина там рисуется вполне, значит, четкая, логичная. То есть, не, я понимаю, еще до 91-го года, может, какие-то иллюзии, что так не бывает, чтобы коммунисты там переродились. Но мы же 91-й год видели, когда там в полном составе вся партия ушла в банкиры. И все, потом, сколько еще лет самые козырные были, он Черномырдин, он вообще член Политбюро. И почему мы считаем, что это невозможно было, хрен его знает, почему это миф. Давали показания, как бы, да, люди на суде. Вы это прям все отметаете?
там вещественных доказательств не было. Вы посмотрите хотя бы какой-нибудь американский сериал нормальный, блин, про эту полицейскую работу. Да там только так, ну, прослушку ту же. Там только так и делается, блин. Во-первых, там уже всем известно, что самые старшие уголовники, на них никогда и не будет никаких вещественных доказательств, потому что они уже вообще близко не подходят как бы ни к чему криминальному. Они только эти дают указания. Причем дают указания через проверенных людей. И единственный вариант их посадить — это вот какого-то из проверенных людей поймать, заставить расколоться и на основании его показаний вот уже начать этих вот самых старших авторитетов сажать. То есть у них был заговор, они не вели протоколов своих заседаний, вот, они резолюций никаких не писали. Ну, тут только Тухачевский, вот, и вообще те, кто в армии, вот, в армейский заговор, и военно-фашистский заговор в НКВД. У них без письменных приказов никак. Вот поэтому их измена задокументирована. Четко ты распоряжался, вот. А эти, понятное дело, они половину съезжали, что нет, никогда не было, не встречался, не говорил. Ну, я говорю, почему это так все вот прям скопом? Ведь это много людей судили. То есть это такое абсолютное недоверие, блин, к нашему этому самому Народному комиссариату внутренних дел. А там действительно, блин, не все было в порядке. Можно посоветовать какую-то литературу конкретную? Да. Материалы процесса вот, над этими, блин, вредителями и заговорщиками. Вот. Так что подвесим. Вот, почитайте, товарищ, почитайте такое обвинительное заключение. Там просто 91-й год рисуют. Хотели собраться на конференцию, распустить СССР, тут приватизацию, значит, проводить. Все один в один. С поправочкой, что зарубежные партнеры, они тогда были нахрапистее и агрессивнее, они тогда не хотели довольствоваться тем, что им тут самые вкусные бизнеса отдадут, а прям хотели себе куски территорий. А так все то же самое. А что за сравнением с гибельсовщиной? А, так это же поздний Троцкий. Я вот видел еще, в детстве еще видел карикатуру там. Такое, что, ну, мол, мадама в книжном продавцу говорит в немецком. Я, говорит, «Майн кампф», говорит, просил Гитлера, а вы мне дали «Майн лебен» Троцкого. А и «Франца» там примерно одно и то же. Так что верите, читайте, мне это все равно. Еще думаешь, ну, натяжка, тем более, опять же, ну как, он же еврей. Ну да. Ну, во-первых, мы знаем, что вот это вот евреи и не евреи, это буржуи запускают для быдла. Сами они в этом плане очень прагматичны, и вот последнее, на что они будут смотреть, когда будут думать, иметь с тобой дело или нет, они последнее, на что посмотрят, это что там у тебя, еврей ты там, или ты татарин там, понимаешь? Они будут смотреть, что там у тебя по деньгам, понимаешь, сколько у тебя заводов, газет, пароходов. Вот у них это на первом плане. Так что они нормально работают. И если брать вот просто то, что говорил Троцкий в 30-е годы, это один в один то, что говорил Геббельс. То есть взять оценку вот ситуации в СССР. Что Троцкий, что Геббельс, тебе будет говорить. Так, значит, пятилетки — это все туфта, на самом деле ни хрена не построили, это одноголимая пропаганда. Значит, стахановское движение — это обман. Это все этот рекламный трюк, мол. А все, кто ездил, специально, журналисты... Да нет, это все дутое, все дутое, короче, да. Это прикольно в этом. В мемуарах этого Дэвиса, посол в СССР. Я приехал, мне так, говорит, в английском посольстве, говорит, да что ты слушаешь, какие комбинаты, что там они построили? Там, может, типа, они... отчитали, что построили 50, а построили, ну, блин, 2 от силы, типа того. И он говорит, я прям попросил, говорит, советское правительство, что свозите меня, пожалуйста, на экскурсию. Они говорят, ну, давай, куда тебе? Он говорит, прям можно еще, куда я хочу поехать? Ну, говорит, да, давай, только заранее, типа, составь нам. И говорит, все, я составил, меня везде провезли, вот они заводы, вот они шахты. Вот они резервуары с нефтью, как бы,
непонятно. Вот, касаемо политического состояния, вот то же самое, что Геббельс, что Троцкий. Значит, Сталин там что-то типа царя, держится все это на терроре, убивают просто по приколу. Ну и, значит, делается вывод и у Геббельса, да, собственно, даже в плане Барбаросса, об устойчивости, да? Что, значит, недели две войны, и там переворот. Ну да. И читаем, что Троцкий говорит, да, говорит, недели две войны, и там переворот. Кто будет за Сталина воевать? И еще намекает, гад еще, такой, говорит, вот в Испании, там как это была, там воздушная тревога, мол, затемнение. И как раз... Утром смотрит, а на домах надписи, что «Долой Сталина, долой Гитлера, да здравствует Троцкий». И вот такое вот пишут там вот в Испании. А говорит, если бы в Москве вот воздушную тревогу сейчас объявить, то там тоже много чего на стенах бы появилось. Вот так вот. Так что они буквально одно и то же говорили. И вот мы, говорю, сопоставляем. На судах в Советском Союзе там показывают, что Троцкий работает на гестапо. Троцкий в это время ведет пропаганду в совершенно гестаповском духе. И обрати внимание, точно помнишь, я вот только что говорил, что когда меньшевики Ленина ругают, это всем уже приелось, а тут третья сила ругает. Так и тут, когда фашисты Советский Союз ругают, уже неудивительно, уже так воспринимают, да ладно, когда они там что-нибудь про них хорошее напишут. А тут, понимаешь, совершенно другое. Тут то же самое, видишь, любой фашистский пропагандист говорит, ты мне не веришь, почитай, вот Троцкий пишет. Он сам же самый первый коммунист, он там революцию в одно рыло сделал. И вот пишет, смотри, то же самое, Сталин, значит, бешеный тиран, там все в рабстве живут, в нищете прозябают, а все, что они отчитываются об успехах, это рекламный трюк. На самом деле они там эту пайку едят, блин, черствую, и зато еще километровая очередь, и так везде. Но неужели троцкисты реально на что-то надеялись, сотрудничая с гестапо? На что? На что-то там. На то, что, место теплое в итоге какое-то положено. А те, кто с гестапо сотрудничал, блин, в 91-м, они что-то, я смотрю, не прогадали. Я так смотрю, они все себя прекрасно чувствуют. Некоторые, да, по дороге отвалились, но там никто и не обещал, что будет легко. Как бы получил, умею удержать. Некоторые не удержали, а зато большинство не только удержало, еще и приумножило. Еще и они на то же самое рассчитывали. На что они рассчитывали? Они рассчитывали именно вот на то же самое, на то, что будут потом там сидеть где-нибудь там в какой-нибудь думе. В министерстве каком-нибудь. Самое главное, в совете директоров чего-нибудь, в совете промышленников и предпринимателей, вот они будут сидеть. И нормально на это можно было рассчитывать. Некоторые они бы, да, некоторых бы грохнули по дороге. Бухарин, я помню, у меня, говорит, было такое чувство. Ну, я раскидывал, я думаю, зачем я нужен уважаемым зарубежным партнерам? Я им нужен, потому что у меня есть кое-какое влияние в партии. Ну вот у нас, например, наступил 91-й год, и тогда, получается, они, значит, партию разогнали. А зачем им тогда я? И зачем им при таком раскладе выполнять обязательства передо мной? Вот. Ну, а одеваться-то некуда. Как бы, куда деваться-то? Понимаешь, уже все, они ж пугают, компромата на меня много. Пойти сдаться, так они же меня тоже сдадут. А там уже, там столько уже накопилось, что там, собственно, с 18-го года, с покушения на Ленина. С этого момента уже как в этом каяться, это точно не поймут. Вот, так что вот так вот, товарищи, Троцкий просто, значит, резюмируем, да, ответ на этот вопрос. Троцкий буквально говорил один в один то же самое, что вот ведомство Геббельса. Вот. И показания его подельников там на судах. Ну, говорю, товарищи, ссылочка вот будет. Почитайте, что там вы найдете фантастического. Чего фантастического вообще в этом есть? Мифологического, блин, сказочного. Что могут люди скурвиться? Ну, могут. Не все скурвились, собственно говоря, потому что были просто такие вот враги по жизни. Они затаскивали к себе шантажом. Могли на тебя компромат найти, пугая компроматом тебя. А
причем поступенчато. Сначала окажи маленькую услугу, а потом, ну все, ты уже услугу все равно указал, оказал. Понимаешь? А тебе еще что-нибудь, какой-нибудь бонус, какую-нибудь загранкомандировку выбили, премию выписали. То есть ты видишь отдачу. А самое главное, как они затягивали к себе, они пугали. Они говорили, 90-е будут по-любому, ты где хочешь быть? Где ГКЧП? Понимаешь? Грубо говоря, ты хочешь быть на той стороне, которая стреляет из пулемета по толпе, или хочешь быть в толпе, по которой стреляют из пулемета? Ну. Так, ну ладно. Убийство. Разобрались. Так, к убийству, да, переходим. Два вопроса, да. Ну, да. Понятно, что интересно, потому что много ходит слухов противоречивых. Да, какой один. Да, вот именно интересует товарища вопрос о том, что Судоплатов в своих поздних интервью заявлял, да, да, что лично Сталин отдавал ему приказ на убийство Троцкого, да, через его агентов. Ну, короче, ничем другим эта информация не подтверждается. Вот только сказал Судоплатов. А он много чего тогда сказал. И я не знаю, вот как поэтому, ну там это по-любому все засекречено, знаете ли, если там даже такие документы и есть. Но он говорил и про всякие тогда еще, которые сейчас уже не секретные дела. Например, Судоплатов рассказывал про убийство Кирова и, значит, наворотил там, что жена Николаева, это который убийца непосредственно, что его жена, она, говорит, работала официанткой в Смольном, принимала, говорит, участие вот в вечеринках, которые Киров устраивал. Киров ее, мол, совратил, а Николаев его за это убил. А раскрутили, что там теракт, потому что неловко было говорить, что у нас вот так вот морально разложился аж на член ЦК. Это сценарий, понимаешь, готовый для вот фильма. Да, так нет, так они, по-моему, уже и сделали. Я помню, что-то какая-то такая помойка выходила тогда в начале 90-х, что ли. Так куча шняги выходила на эту тему. Ну вот. И все это абсолютно неверно. То есть достаточно почитать вот эти вот материалы, они рассекречены. Вот просто берешь и сравниваешь. Работала она в наркомате тяжелой промышленности. Кирова она в глаза не видала никогда. Николаев у себя там это сам, когда на дело пошел, там оставил и записку, что там типа любимая, это там, да, типа самая верная, самая умная, самая смелая, там, ё-моё. То есть там ни намека нет на то, что что-то ты мне изменила, я пойду теперь твоего хахаля, мол, застрелю. То есть Судоплатов врет. Или тот, кто это за него говорил. Это, короче, это вранье. Еще есть какой-то документ о награждении мамы вот этого Меркадера, который грохнул Троцкого. Да-да-да. Документ, что она и этот, и Тингон, Судоплатовский зам по всяким темным делам, что они, значит, через пару месяцев, по-моему, после того, как Троцкого грохнули, они получили по ордену. Ну, как бы после этого не значит вследствие этого. То есть мама этого Меркадера, она с нашей разведкой работала как бы давно. И за что, почему, что это конкретно вот именно за убийство Троцкого? Почему таким странным макаром его убивали? Вообще, даже по почерку, блин, что пронес молоток и ударил молотком по башке. Знаешь, если он пронес молоток... Это значит, что его не шмонали там на входе. А это значит, что он мог пронести все, что угодно. И чего, вот ему советская разведка выдала, блин, ледоруб? Понимаешь, ну как-то странно, блин, а что не ствол? Что не ножа? Что не шприц какой-нибудь с цианидом? Ну, да. Что, чтоб так палевно? Тем более, я говорю, там, ты поди убей, блин, даже молотком человека. Человек такая живучая тварь. То щелбан дашь, понимаешь, он упал и помер. А то можно, блин, 10 ударов молотком еще оставил, чтобы, блин, ручка только из башки торчит, и все равно живой. Вот. Сам Меркадер как бы на следствии сказал, что я, говорит, с ним бегал, я был, говорит, им очарован, разосрался, говорит, и с мамой, и с родней, и с однополчанами, там, уехал он аж в Мексику за ним. Вот. А тут смотрю на его движухи, и мне очень все не понравилось, что я увидел.
ну, типа, в том духе, что я понял, короче, все, что про него пропаганда говорит, правда. Угу. Вот. И я так возмутился и взбесился, вот, что решил его убить и убил. Как бы от этих показаний он никогда не отказывался. По-моему, тоже вполне логичная история. Особых причин его убивать у товарища Сталина не было. Ну, просто зачем? Ну, чтобы рассадник пропаганды... Какой рассадник-то пропаганды? В том-то и дело, что он был пипец как удобен. Понимаешь? Он был абсолютно дискредитировавший себя тип, но при этом все недовольные комплектовались вокруг него. Он такой был центр притяжения недовольных. А нам удобно же, да? Нахрен нам надо, чтобы у них появился новый лидер, блин, прошаренный, умный, не запятнавший себя еще, понимаешь? Как он умудрился со всеми перекусаться, пока там ездил, блин, там, пятый угол искал по Европе, по всей, там, блин, по Латинской Америке. Его отовсюду гнали у концовки. Он что-то неуживчивый такой он был. Вот. То есть, зачем его убивать? Если бы, опять же, так приспичило, то у нас пару генералов вывезли тогда, белогвардейских. Ну, как евреи Эйхмана, грубо говоря. То есть, он за булочкой вышел, блин, раз в багажник, он приходит в себя, о, здрасте, это рефтрибунал. Все, давайте показания. То есть, я думаю, что и с Троцким так бы поступили, если бы так приспичило. Ну, в целом, все-таки отдали бы его под суд. В целом не в духе было. Я говорю, да я, если бы и грохнули прям, что тогда не сказать, что мы его грохнули. Не, он тут устраивает диверсии, ну а мы устроили диверсию в свою очередь. И как бы наградить официально всех причастных. Не знаю, по-моему, наоборот было как-то даже... Не, ну здорово. У нас же борьба-то с троцкизмом, просто чисто пропагандистски даже подумать. Зачем нам это засекречивать? Мы говорим, мы за ним гоняем, как Бин Ладена вон ну грохнули, да. Что они шоу целое устроили. Конечно. Как сидим, смотрим, ой-ой-ой. С джойстиками, чтобы сидели. Было классно. Ну вот. Так что не знаю. Я не знаю, короче, грохнули его по приказу товарища Сталина или нет. Я знаю, что вот из подтверждений этого дела вот только два. Вранье Судоплатова и документ, что кого-то наградили, но не сказано, что это за Троцкого. Сказано просто, что это вот спецоперация была какая-то. Ну, какая, хрен его знает. Вот. В целом... Все не в стиле товарища Сталина. Товарищ Сталин обычно, если кого-то грохнет, то еще статью напишет. Заранее еще. И потом еще по результату, чтобы он вот все-таки грохнули. В общем, каких-то серьезных аргументов в пользу того, что СССР принимал участие непосредственно в убийстве Троцкого? Да нет. Ну, я говорю, и есть все. Интервью Судоплатова, который был уже очень-очень старенький дедушка. Ну да. Вот. И который, я говорю, в случае с убийством Кирова, он просто врал. Я просто его вот самолично, грубо говоря, поймал на вранье. Чисто для себя. Вот вижу, говорит одно, а на самом деле было другое. И, собственно, он там говорит, что мне жена, говорит, рассказывала. А-а-а. Она там каким-то краем. И что сразу думаешь, чего? То есть она там тайну следствия нарушает, у вас такая была раздолбайская семья, а ты ей не рассказывал, что вот, сейчас, значит, это едем на Троцкого охотиться, да? Типа, недельку меня не будет. Да, ну, если я говорю, странно. Потом еще говорят, что его убийца здесь похоронен, но на могиле не та фамилия. Короче, какая-то фигня. Что ему Героя Советского Союза дали за это, когда он типа отсидел там и сюда приехал. А как бы... Если ему даже Героя Советского Союза за это выписывали, так почему про это не рассказать-то? Как бы подлого диверсанта, блин, нашли аж за рубежом. Только наоборот сказать, вот, типа, бойтесь. Что тут такого? Да, ну ладно, да. Следующий вопрос про оппозицию. Mm-hmm. Почему оппозиционеры не были исключены из партии вслед за своим лидером и даже так остались это? На ключевых позициях? Почему поверили, что они перековались? Так. Почему им простили неправомерный террор?
Вот тот же Хрущев был по самую макушку в крови. Так, отвечаем, значит, поступенчато. Угу. Значит, первый вопрос повтори, первую часть. Почему не были исключены оппозиционеры вслед за своим лидером? Так, они, во-первых, были исключены. У нас 15-й съезд признал, значит, троцкистские убеждения несовместимыми с пребыванием в рядах. Угу. И попросили всех троцкистов положить партбилеты на стол. Вот. И тех, кто... Нет, либо тогда, значит, сказать, что я больше не троцкист. Некоторые действительно вот, отказались, сказали, что мы верны своим троцкистским убеждениям, и их вышибли из партии совершенно закономерно. Вот. Ну, потому что съезд, он не просто сказал, что вот они плохие, там специально вот целая дискуссия была, и в оконцовке признали троцкизм как раз особой формой меньшевизма. Угу. Вот, она в большевистской партии, меньшевики не нужны. Вот, почему, говорит, простили, оставили на ключевых постах, это тех, кто раскаивался. Ряд этих товарищей раскаивалось, говорил, что мы больше не троцкисты. Не, и, собственно говоря, почему бы и нет. Ну вот вопрос, почему им поверили? Потому что хорошо, видать, объяснили, знаешь. Ну, видимо, вот нормально объяснили, вот им и поверили. Вот. У нас тогда еще была ситуация-то тяжелая. У нас еще такие профессора преображенские, которые своих этих кадетских взглядов даже не скрывали. Еще сидели на ключевых постах там во всяких этих наших наркоматах, mm-hmm. там, как незаменимые технические специалисты. Да, нам... нельзя было кадрами разбрасываться. Тогда, не, ну тем более, ну все же свои люди, там все друг дружку знают. Как бы, ну и он говорит, я ошибся, блин, я больше не буду. Если есть основания, тебе кажется, что он врет. Не поверишь, а так что не поверить-то? Потом, я говорю, потом, собственно говоря, по делам все стало понятно. Кто продолжал херней заниматься, понимаешь, они очень скоро спалились. Невозможно долго этим заниматься. Какой бы ты там суперпреступник не был, угу. но все равно вред ты от тебя идет, и рано или поздно все это все-таки вскроется. Ну, так и получилось. Ну вот. А касаемо того, что простили неправомерный террор, это я не понял о чем. Все, кто неправомерные какие-то действия совершал, в том числе в 1937-1938 году, их вылавливали, наказывали. Вот. Вот тут если, товарищ Хрущев если переводит. Упоминают Хрущева, а какие за ним, что значит по локоть в крови, он кого-то резал в подвале. По макушку даже. Ли? Да. Ну, по макушку, я говорю, он барана в подвале резал, что откуда у него в крови? Что эти самые... Это НКВД занималось, мы решили этот заговор давить. Методом это, ну, типа чрезвычайного положения, короче, угу. перевести в особый режим работы все наши органы. Вот. Эта тема была знакомая, короче, помнишь знаменитое ленинское письмо Горького, где насчет того, что не мозг нации, а говно, там, про Короленко он сказал. Это там же посвящено как раз, что Горький, говорит, был эпизод, там, значит, расследовали какой-то заговор в городке, и на время следствия всех там, кто подозрительный, просто посадили тупо, блин, и держали, ничего не предъявляя, и, значит, и фильтровали. Вот. А Ленин как раз говорит, и правильно сделали, что лучше пусть-то пара человек месяц, блин, в тюрьме отсидят, чем у нас начнутся 90-е. Угу. Ну, мы как бы... Мы из будущего подтверждаем, да, батюшка, правда. Действительно, так оно и есть. Вот, то же самое товарищ Сталин. У него был эпизод как раз обороны Царицына. Угу. Когда он приехал, блин, и понял, что тут столько, короче, либо заговорщиков, либо просто каких-то мразей непонятных проворачивающих среди военспецов, что кому доверять, вообще непонятно. Короче, на всякий случай взял, арестовал всех. Посадил на баржу и на середину Волги отогнал. И, значит, потом мы с ними разбирались и потихонечку одних в расход, других выпускали, третьих в тюрьму. В общем, а они все сидели, в том числе и невиновные. Вот, да, ну, продиктованы необходимостью. Собственно, белогвардейцы и жаловались, что хотели фронт открыть, а тут вот Сталин приехал, и вся малина эта
Я, говорит, писал Мамонтову, давай быстрее. Нет, им же надо в каждом селе остановиться и 5 телег награбить. Угу. Он говорит, ну пока вот грабили, вот радуйтесь. Да, вопрос о приоритетах. Да. Приехал Сталин, говорит, просто тупо, говорит, всех арестовал, не разбираясь. Да, и вот решили то же самое в масштабах всей страны, короче, провернуть. Всех, на кого разработка есть, хватаем. И потом, значит, это фильтруем, разбираемся. Проблема в том была, что, говорит, что заговор был в НКВД еще, к тому же военно-фашистский. И заговорщики воспользовались этими чрезвычайными полномочиями на всю катушку как раз. Дальше что они пытались сделать? Сеять хаос. Вот их действия просто сеять хаос. Как в Туркмении, говорит, так просто установка, хватай всех бородатых на базаре. Тащи, короче, сюда и выбивай, что они в этом, в ИГИЛе стоят тогдашнем. Наверное, понял? Много кого задержали. Вот. Да, да, да. Причем там, я говорю, там жуткие скандалы, там, говорит, родственники, там, по партийных, там, в том числе деятели, там, все дела. Просто там все, весь народ обозленный был. В Туркмении вообще сложно было, там у них... Короче... Плохо поставлена была работа с самого начала. У них врагами был засорен очень давно аппарат. Так что у них даже первоначальные вот эти лимиты, которые все по телевизору показывают, это на самом деле каждое управление присылало, сколько у них дел в разработке. И эти дела вот разбили на три категории. То есть какие, по каким там подрасстрельная статья, по каким в тюрьму и по каким так там административка, условка и все какое прочее. Вот. И там, я говорю, заговорщики, они после того, как вот переловили всех вот этих вот, на кого дела были, они написали встречные лимиты, уже левые. Просто, что у нас там в ходе разработки вот этих вот первых, у нас вскрылось еще вот столько. Вот. Надо работать. В Москве подписали, они потом с этой бумажкой пришли, сказали, с Москвы пришло указание наловить вот столько-то, блин, еще народу. Вот, вот так. А в Туркмении, там, говорит, с самого начала, там первые даже, говорит, эти лимиты написали от балды сразу. Mm-hmm. Вот. В общем, я говорю, сеяли хаос. Ужас. Ужас, страх. Но разобрались, конечно. Понятное дело, что там наворочено было столько, что там со всеми, все 100% там оправдать невиновных, поэтому не получилось. Это издержки, товарищи, любого репрессивного аппарата. Если у вас там тысячи человек, тысячи и тысячи работают, среди них обязательно будет и негодяй, и карьерист, и взяточник, знаешь, и просто какой-нибудь садист, которому вот по кайфу людей мучить. Вот. Ну, никуда от этого не деться, к сожалению, до самого полного коммунизма. То есть всегда должен работать некий внутренний орган, который таких людей на местах отправляет. Да, а за ним должен быть народный партийный контроль, который, собственно говоря, вот заговорщикам тогда и не дал развернуться. Они рассчитывали на то, что у них все прокатит, потому что на ключевых постах везде свои люди. Они рассчитывали, что какое-то время будет куча жалоб, но они все нашим людям будут приходить. Mm-hmm. Мы будем это глушить. Но там поток был такой, короче, блин, что там, тут у нас и народный контроль включился, блин, и это самое, и комиссия партконтроля вот была, она отлично отработала. Короче, все буксовало из-за того, что прокуратура не ловила, короче, мышей. От прокуроры что-то. Не, ну они где-то были запуганы, где-то, блин, они были обмануты. Где-то они были просто это введены в заблуждение, неправильные ориентировки у них были, что нужно делать. Ну, это, я говорю, опять же, вредители постарались. В 1938 году вся, говорит, вакханалия была закончена как-то с колхозами. Весь произвол резко оборвался после статьи товарища Сталина про головокружение от успехов, а тут все, весь произвол оборвался после этого, постановления ЦК об усилении этого. Контроля за работой прокуратуры. Не помню, как точно называется оно. Как-то тихо. Короче, о прокурорском надзоре. Постановление ЦК было в 1938 году. Вот. Была новая постанова, что с нынешних времен. Короче, как и в этом, в головокружении от успехов, сначала преамбула. Что то, что, блин, зачистка, это правильно и нужно, но в ходе нее тут, значит, у нас такая чернуха. Значит, вот разбираясь в этом, значит, видим, что главная причина, что прокуроры.
плохо смотрят за следователями. Так вот, с нынешнего момента ни одна бумажка от следователя без прокурорской визы недействительна. Вот. Просто даже подавать куда-то бумажку от следователя без прокурорской визы – это уже преступление. Вот. А прокурор отвечает своей свободой за каждую свою подпись. Он, короче, несет теперь одинаковую ответственность со следователем. Угу. Если он подписал бумажку и, значит, какое-то преступление следователь совершил, значит, прокурор отвечает просто тупо, без разбора, садится на столько же лет, насколько следователь. Следователь набедокурил на 10 лет, значит, прокурор, значит, тоже на десятку в соседнюю камеру. Все, после этого все разрулили. Да, чаду было много, побочной копоти, да. Ну, как это... Классовая борьба. Тут даже, я говорю, даже китайские товарищи потом товарища Сталина вот ставили в вину, что перегибы, говорит, у него были в борьбе с контрреволюцией. И в борьбе с контрреволюцией не бывает перегибов, дорогие товарищи. Потому что борьба с контрреволюцией – это борьба насмерть. В борьбе насмерть какой удар лишний? Понимаешь, вот. Тут, да. Другое дело, что иногда вот произвол, который тогда имел место, это была не борьба с контрреволюцией, это были преступные действия, причем как раз контрреволюционеров по большей части. Угу. То есть это как раз контрреволюционеры устраивали вот это вот. Ну, конкретно, ну, это ладно, опять сейчас про 37-й. Да. Извините, товарищи, увлекся, не сдержался. Можно в целом переходить к блоку вопросов, которые посвящены моменту текущему. Угу. Так, хорошо. Вот, например, такой вопрос. Почему именно сейчас, в 21 веке, эта тема настолько живая? По какой причине она столько места занимает в общественном дискурсе? Так, что такое троцкизм в 21 веке? О, блин, сразу целая куча вопросов. Нет, троцкизм, он как бы в любом веке это одно и то же. Троцкизм – это особая форма меньшевизма. Когда меньшевистские идеи просто подаются, блин, завернутые в ультрареволюционную такую риторику. Угу. Вот. Живая она сейчас. Почему? Потому что меньшевизм жив и будет жить до полной победы над капитализмом. Пока у нас капитализм хоть где-то существует, у нас будет, у нас в нашей рабочей партии будет уклон. Правооппортунистический, то есть меньшевистский. Ну, названия они могут себе разное там придумать. Я, кстати, нашла у Каменева цитату интересную про сущность троцкизма. Ну, это я говорю, лучше всего работа Зиновьева, дорогие товарищи, он, вот, который написал в 20-е. Он прекрасная работа, где он с кучей цитат обстоятельно доказывает, что Троцкий высказывает те же самые идеи, что и меньшевики. Отличается как бы троцкизм от меньшевизма только вот риторикой. Практические выводы доказывает Зиновьев вот, и из слов Троцкого. Они такие же вот абсолютно меньшевистские. Да. Вот Каменев в брошюре «Партия и троцкизм» пишет. Ага. Здесь дело не в раздражении, не в индивидуальных вкусах, а в том, что троцкизм есть, видимо, какое-то течение, которое появляется систематически, в систематической борьбе с которым только и можно было закладывать основы большевизма, как теорию, практику пролетарской коммунистической революции. Смотри, нет, и нормально, и убежать потом как раз к Троцкому под флаг. Офигеть. А потом, значит, говорить, что вот за меня не голосуют, наверное, это Сталин под меня подмутил. Ага. А может, не надо вот такие вещи исполнять, и за тебя как раз будут голосовать побольше. Не, ну мысль интересная. То есть без троцкизма, получается, не мог бы выковаться ленинизм? Нет, ленинизм, он выкован в борьбе с меньшевиками как раз. Да. А Троцкий, я говорю, он просто тоже такой хитрый меньшевик. Вот. Был, я говорю, один проблеск в биографии. Это и все потом. Такая была возможность реабилитироваться за все. Ну, ладно. Так, что, в 21 веке. Понятно, да. Ну, что? В 21-м то же самое. Ну, меньшевизм. Угу. Меньшевизм. Это если мы берем идеи троцкизма, вот центровые. Там, по-моему, да, типовые такие же вопросы, да? Ну, вот такие. Да, вот тут... Идейный багаж. Угу. Я говорю, две основные идеи, как и у меньшевиков. Значит, тотальная контрреволюционность мелкой буржуазии. Вот, а в вопросе партстроительства – свобода фракций. У нас сейчас, соответственно, если у нас...
вот в нашей стране у нас рабочее движение на уровне примерно второго съезда сейчас находится. Значит, смотрим, что тогда Троцкий говорил. Больше про свободу группировкам. Знаешь, про то, что централизация – это деспотизм, угу, равно. Понимаешь? Про то, что устав – это равно казарма. Вот, казарма – это плохо, мы не хотим в казарму. Вот, и про то, что вот кружочки, они вот сами по себе будут. Чтобы... Ну, короче, надо просто между ними такой формальный союз заключить. Так сейчас троцкизм у нас, я говорю, сейчас у нас рабочее движение у нас на уровне таком, что нужно кружки объединить в партию, а потом эти партии, собственно, непосредственно с рабочим движением. Ну, да. Вот. Так что троцкисты сейчас, как и все меньшевики, суют палки в колеса. Если меньшевики-то у нас уже скатились уже до того, что они уже просто необходимость революции отрицают. Ну, а троцкисты, они как говорят, что мы за революцию, но при этом хотят туда идти таким путем, каким никогда не придешь. Вот. Вот так. Вот. Как понять, что перед тобой организация троцкистского толка? Вот, на что обращать внимание? Я же говорю, во-первых, они будут хвалить Троцкого. Они, во-первых, могут сказать, мы троцкисты сразу. Да. С порога. Да и говорю, и хвалить Троцкого. Да. Это только троцкисты делают. Да. Ну, а во-вторых, вот я же сказал, свобода группировок и вот разные идеи, которые вытекают из контрреволюционности мелкой буржуазии. Понимаешь, вот деформированное как раз рабочее государство отсюда вытекает, невозможность построения социализма в отдельно взятой стране из этой идеи вытекает, все отсюда. Вот. Так что вот две идеи. Вот. Это как раз вот, вот если они вот про это говорят, тогда это как раз вот троцкисты именно. Угу. Потому что если всякую чушь про 30-е годы, это может быть человек просто дезориентирован, да. Это, короче, не показатель. Это просто человек плохо. Это значит, просто человек плохо знает историю. Вот. А если вот он как раз вот такое задвигает, это значит, что он уже нахватался троцкизма. Именно вот специфически. Вот товарищ пишет: я не фанат этого персонажа. Троцкого, да. Но меня всегда интересовало, почему такое огромное количество людей становилось и становится до сих пор его последователями, особенно в Латинской Америке, революционная история которой меня очень интересует. Ну, знаете, товарищи дорогие, реклама. Реклама. Если мы даже вот посмотрим, что про революцию, да, пишут современные всякие буржуи, там все, конечно, ужасные сволочи, да, большевики. Ну, даже сериал вспомни Троцкий. Ну, да. Ты согласись, что там самый симпатичный персонаж – это как раз Троцкий. Нет, сам. Симпатичный, знаешь, самый там Коба. Как бы. Да. Ну, это да, это какой-то прикол. На самом деле Коба там, по-моему, просто какой-то маньячило. Ну, да. Который, во-первых, способен 10 лет вспоминать, что ему руку не пожали, там из-за этого хотеть убить. И который убивает по кайфу. А вот Ленин просто какая-то продажная шкура. А Троцкий вот показан. Понимаешь, вот кто с симпатией показан, так это Троцкий. Но он истинный революционер. Понимаешь, истинный революционер. Правда, ну, революционеры это вообще такое, там, типа, не особо хороший, но вот из них, из всех, он самый прикольный был. Со Сталиным он потом боролся, ну, знаешь, бескомпромиссно. Ну, рекламируют. Посмотрите, в кино, как он в голливудском каком-нибудь появляется. Он про эту Фриду там, художницу. Да. И что там он появился? Ну, прям виндушка. И как покажешь, вот, подлая рука там. Тюк его по затылку. Ну, реклама, реклама, дорогие товарищи. Неспроста, между прочим, буржуи Троцкого рекламируют. Неспроста. Неспроста они сняли там, что именно Троцкий там такой романтик привлекательный, а не Ленин, например. Понимаешь? Ну да, или не другие там, не пострадавшие. Да, про Ленина у них хорошего ничего вообще не находится. Плеваться кипятком начинают при одном упоминании. А Троцкий, да, он такой, он за свободу, за демократию. Ну, нет, плюс, как бы, троцкизм рассчитан на людей, которые плохо в марксизме разбираются. Согласись, на свете
намного больше людей, которые плохо в марксизме разбираются, чем тех, которые разбираются хорошо. Большинство, скорее всего. К сожалению, вот отсюда тот горький катаклизм, который мы вокруг наблюдаем. Получается, Троцкий — это такая удобная фигура, на которую можно как раз вот все внимание переключить людей, которые настроены, допустим, как-то леворадикально. Да. Это меньшевизм для тех, кто не хочет к меньшевикам идти. Понимаешь? А нам нужно их все равно туда затащить. Нам нужно, чтобы революцию они не делали. Ну вот пусть, если они троцкизмом увлекутся, они тогда будут думать, что они делают. А на самом деле из этого ничего не получится. Нам, ну, как вот прям идеи возьми, говорю, чего не возьми, даже с той же перманентной революции. Там что получалось-то? Какой практический вывод? Но практический вывод из нее получается, что пока в Германии, короче, не начнется, нам не надо и заморачиваться. Они об этом не говорят, что не надо. Они говорят, надо, но это будет такой вот бой, ринемся в безнадежный, с закрытыми глазами, там, в надежде на поддержку. У Троцкого вообще много такого, вот, что нужно нам сейчас с закрытыми глазами взять и прыгнуть куда-то. Это, я говорю, мы опять же, когда буду разбирать работу, у него прямо вот везде. Как и, между прочим, всякие националисты, они тоже, особенно ультра, они тоже очень любили своим адептам говорить, что сейчас нам надо не думать, а, короче, делать, понимаете, что я скажу в основном. Да, думать это, мол, сионисты. Вот еще товарищ пишет, предлагает для более объемного понимания проблемы обсудить то, как бы звучали речи и тексты Троцкого, если бы он их говорил не 100 лет назад, а сейчас. А, ну это я только что сказал. Это вы смотрите сразу, товарищи, во-первых, в какой стране, то есть зависит от того, в каком состоянии находится рабочее движение. Троцкисты – это же агенты буржуазии в рабочем движении. Угу. И, соответственно, вот... Даже меньшевики – это агенты в рабочем движении. А троцкисты – это конкретно в пролетарской партии агенты. Вот. То есть, зависит от того, в каком она состоянии находится. И прям смотрите, что. Если она только комплектуется, значит, они будут мешать централизации, единению. Будут кричать, что надо, чтобы было у каждой фракции своя программа была, свой устав. И чтобы подчиняться надо было центральным органам только когда ты сам хочешь. А если не хочешь, значит, не обязан, как свободный человек. Вот. От этого, естественно, боеспособность снижается. То есть, если у нас уже произошла революция, начинаем социализм строить, ну, значит, троцкисты будут кричать, что нет, его нельзя построить. Вот. Надо ждать, мы все делаем не так. Главное, им ничего не будет нравиться. Вот они то орали, что коллективизацию, ничего не делаем. Начали делать. Вот мы сказали, что надо делать. А сейчас уже не надо делать, сейчас уже поздно. Вот такое. Понимаешь, вот. Ну вот если про международное рабочее движение поговорить, там же тоже популярен троцкизм. Ну, понятно. И он влияет. Реклама, я говорю, реклама, она не зря. Кстати, как-то довелось столкнуться с таким прецедентом интересным. Вот за рубежом троцкисты немножко другое из себя представляют явление, видимо. Ну, то есть они, допустим, с нашими троцкистами по ряду вопросов, допустим, о том, как работать в движении рабочем, да, как вести пропаганду, они не сходятся. То есть наши троцкисты и какие-нибудь там европейские троцкисты – это немножко разные, видимо, Тут опять же, да, тут надо еще понимать, что отличать клуб почитателей Троцкого от троцкистов именно. Ну вот у них популярна, допустим, в Европе теория вот этого деформированного рабочего государства. Так то не, есть, о чем распад это ж фактически, о чем говорить там? Что вообще нельзя построить, собственно говоря, социализм. Да. Потому что ни в одной стране чистые пролетарии, они не находятся в большинстве. Везде непролетарские трудящиеся пролетариат массы. Пролетариат вообще не может взять и удержать власть без союзников. Вот. Именно. То есть, это говорю, вот эти все теории Троцкого, что вот невозможность построения социализма в отдельно взятой стране, что вот это деформированное рабочее государство, это фактически, говорю, тухлый меньшевизм. Нам что навязывают? Что капитулируйте перед капиталом. Угу. Знаешь, ничего у вас не получится.
мелкую буржуазию, мне же это только мы, капиталисты, можем ее держать в узде и запускать туда, куда нам надо. А у вас так не получится, понимаешь? Это мы можем тут, будучи в меньшинстве в стране, вообще будучи жалкой горсткой по сравнению с остальным населением, проводить свою диктатуру. А пролетариат, видите ли, которого на порядке просто больше, блин, чем буржуй, он, видите ли, не сможет. Мелкая буржуазия, она что-то буржуев не может с их буржуйского пути сбить, буржуазную партию. Что-то мелкобуржуазная стихия, обратим внимание, никак на единую в России не может повлиять, ну да, чтобы единая Россия какие-то начала поблажки делать мелкобуржуям. А вот видишь, а с пролетарской, вот пролетарскую она раз сразу на мелкобуржуазные рельсы и все. И некому-то будет возразить, там, блин, никто-то не сможет. Как будто партия — это не люди живые, как будто партия — это какой-то автобус. Что сел, руль повернул, вот он туда поехал. Марксизм надо учить, понимать марксизм, разъяснять другим, не молчать, когда где-то на собрании кто-то вон меньшевистскую чушнину начинает задвигать. Угу. Вот, вот и, пожалуй, вот и не будет никакого уклона. Вот, кстати, почему товарищ Сталин так мешал всем этим заговорщикам? Что у них, кто бы там ни сговаривался, у них там его убирать обязательный пункт в программе. А потому что ты не смог выйти и начать горбачевские какие-нибудь речи говорить на съезде, пока там где-то товарищ Сталин сидит, потому что он сразу же выйдет после тебя и просто вот на пальцах объяснит, почему то, что ты говоришь, это, во-первых, не научно, а во-вторых, у этого еще вредительский такой подтекст есть. Mm-hmm. Вот. Вот так вот, дорогие товарищи. Ответили, наверное, на вопрос. Ну, да, мне кажется, да, развернуто достаточно. Поговорили, да. Можно сказать, поговорили, да, на тему. Есть еще, да, вопрос. Складывается такое ощущение, что главная проблема Троцкого в том, что вел он себя не по-товарищески. А идеи только отодвигали момент победы пролетариата, но не противоречили ей. Ой, не, возможно, да, такая стратегия не, была более жизнеспособна, все равно ведь закончилась троцкизмом-меньшевизмом. Нет, вот именно что закончилось все меньшевистским переворотом, потому что меньшевики возобладали, с ними борьбы-то никакой не велось. Они всем правили, собственно говоря, с 60-х годов начиная, проводили реформы, просто разрушавшие наше социалистическое хозяйство и плодившие мелкобуржуазную как раз стихию. Угу. И они, дождавшись, когда вот эти теневики и мелкобуржуи достаточно окрепнут, просто взяли и у пролетариата забрали все. А пролетариат оказался безоружный перед их вот меньшевистской наглостью. Вот. Вот так вот все обстояло на самом деле. А то, что он не по-товарищески себя вел, это что-то личное. Ну, если бы только проблема была в этом, что он сложный в общении человек. Знаете, почитайте, какой Мехлис, например, был в общении сложный человек. Ничего, как-то уживались. А что ж такое? Ну, тут тяжело, там, если интересно, могу эпизод накидать, потому что мне прикольный, мне в голову запал. Значит, это товарищу Сталину, ему раз что-то на Мехлиса там пожаловались, что, мол, скажи, что же он там что-то там не делал. Короче, раз Мехлис на кого-то насел, и этот товарищ, на кого насели, пошел к товарищу Сталину жаловаться, и говорит, вот, мол, уйми Мехлиса, скажи там. Говорит, я ему ничего не могу сказать, говорит, товарищ Сталин, я, честно говоря, я его вообще боюсь. Говорит, нет, вот просто, говорит, рассказываю эпизод. Раз, значит, прихожу в Кремль, в кабинет, смотрю, там эта тетенька у нас уборщица, она что-то вся зареванная. Я говорю, что такое, что случилось? Она говорит, вот, меня там тудым-сюдым, ну, по семейным обстоятельствам, там, мол, опоздала, там что-то реально, ну, что-то реально случилось такое. Ну, да. Короче, а веская причина, блин, нормальная. Но, говорит, тут, говорит, этот Мехлис пришел, он-то там управ делами был, и говорит, вот, типа, у тебя которое уже опоздание, короче, нам тут такие не нужны, все, ты тут больше не работаешь. Ну, я говорю, ну, чего такое там, ладно, все нормально, там, скажи ему, что я сказал, что все работает. Значит, говорит, через полчаса, говорит, этот, говорит, ко мне в кабинет врывается, говорит, хлоп мне, говорит, со всей дури, говорит, этот лист, говорит, на стол, говорит, вот, по-собственному подпишите, короче. Я говорю, да что такое ты-то, говорит, чего мне не даете партии порулить? Типа того. Говорит, нет, вы, говорит, товарищ Сталин, в моих, значит, этих управленческих кадровых решениях сомневаетесь? Значит, я делаю вывод, что вы мне не доверяете, а если мне не доверяют, я тут работать не могу.
Я говорю, слушай, ну прекрати, ну что ты так принципиально вопросы ставишь? Я говорю, прям встал, начинаю умасливать, что ну ладно, ты уймись, она нормальная тетенька, у нее реально серьезно случилось. Вот я только поэтому, а так вообще я тебе очень доверяю, очень тебя люблю. Типа ладно. Ну ладно, хорошо. Возвращаюсь через полчаса, нет, я подумал, все-таки нет, все-таки я не могу. Все, подпишите. Пришлось мне эту тетеньку куда-то там, говорит, к Калинину отзвониться, чтобы она не сильно расстраивалась, вот куда-то ее туда перевезти, потому что ну никак. Так что не надо ко мне, говорит, никогда подходить по поводу Мехлиса. С ним решайте сами. Мне головной боли своей хватает. Так что, говорю, дело не в неуживчивости его. Вот. Дело в том, что он последовательно вражескую политику проводил. Дело именно в его идеях. Его эти меньшевистские идейки, они вредили. Они тормозили наше движение к коммунизму вперед. Вот. Он был разоблачен, собственно говоря. Вот. Ему ждали до 27-го года, вот как Ленин значит, почил, и у нас Троцкий просто развернулся на всю катушку. Его, а его не тормозил никто. Ну, давай провокации устраивать, эти статейки писать провокационные. А видя, что никто сильно-то не противодействует, ну так чуть-чуть откусываются, там, ну так, компании прям не заводят. Они наглели все больше и больше. Ну и, соответственно... Просто на очередном съезде им предъявили сразу за 2 года. Просто знать, как начали перечислять косяки, как начали эти зафиксированы. Оказалось, товарищ Сталин, он умный, он не просто так дал порезвиться, а просто дал порезвиться, чтобы больше поднакопилось. Чтобы как бы яснее картина была, дал себя проявить. Ну вот. И был изгнан отовсюду. Вот я говорю, вот человек. Вот. Всю дорогу вот до революции очень такую мерзотненькую роль играл, как будто, блин, провокатор, который специально внедренный, чтобы любое наше серьезное тут движение превращать в комедию и в фарс. Такое двурушничество. Да. Вот. А потом же, говорю, вот был же эпизод, когда действительно, как настоящий большевик в команде начал работать. Угу. И не то, что все время под козырек. Нет. Он иногда был не согласен. Отстаивал свое, но в рамках легальности советской нашей партийной. Не советской, партийной. Да. В рамках нашей партийной легальности. Все по уставу. Тебе что-то не нравится, значит, на очередной встрече подними вопрос. Угу. Вот, все. И бывало, что и убеждал, и делали по его. И, собственно, славы он столько себе хапнул вот за эти вот несколько месяцев в 17-м году, что он потом весь остаток жизни спекулировал вот этой своей славой. Что как я тогда, ну вы ж помните, ну как я могу быть негодяем? Я ж тогда в октябре-то, а? Вспомните, что... Ух. Да, вот жалко, жалко, что он это разменял. Я, кстати, даже до конца... Он, вот, это он хитрый провокатор или он был вздорный, и ему эти идеи кто-то... Нет, наверное, все-таки он, наверное, свои. Ну, такой, говорю, прям спецпроект меньшевистский. Что характерно, у него первая серьезная работа, там, я думаю, Аксельроду посвящается. Угу. Вот, который, как известно, самый один из виднейших меньшевиков-то. Да, вот. Свидетель. Так что вот так вот, дорогие товарищи. Что, у нас вопрос еще есть? Есть еще. Еще есть вопрос? Я-то уже думал, уже все. Ну, давай тогда. Вот животрепещущий вопрос. Как обсуждение данной темы поможет нам сбросить буржуев? Как обучение марксизму-ленинизму поможет нам победить буржуев, действительно? Как изучение устройства телевизора поможет нам отремонтировать телевизор? Я затрудняюсь сказать. Нет, товарищ, ну что ты хочешь сказать, что нету троцкизма кругом? Что они, значит, это никакой активности не проявляют, никуда не лезут, свое двигать не пытаются, нет? Есть такая точка зрения, достаточно распространенная относительно того, что действительно сейчас вопрос о троцкизме, он не актуален, потому что у нас... Ну, как же он не актуален, ну, смотри, когда троцкизм есть? Партии нет. Рабочее движение, ну, в таком состоянии... нарождающимся, скажем так, только. Ну, так. Вот. И поэтому вопрос троцкизма сейчас не актуальны. Проявлений троцкизма мы не видим, соответственно, как же мы не в какой-то движухе. Мы не видим, что там у нас, например, многие продвигают идею, что нам не нужно из кружков эту партию централизованную создавать.
Что партия должна быть конгломератом просто кружков, которые только формально друг с дружкой там, типа, этот федеральный договор заключили. Ага, да. Но это троцкизм, извините, это позиция определенная. Вот. Есть же мнение, что Кружков еще, ну, как у нас докружковый этап. То есть мы даже не... Так а в любом случае, да какая разница? Какой бы он ни был. Это мне припоминается, я говорю, работа Энгельса, замечательная, о жилищном вопросе, или как буржуазия решает жилищный вопрос, да, что-то такое. Так вот он там, значит, начинает разбирать идеи Прудона, и прям сразу вот специально, видимо, таких товарищей тогда тоже много было, говорит. Конечно, сейчас многие скажут, ну, опять поперли Прудон, да что все 50 лет все спорить с этим Прудоном, да Прудона нет уже давно, да это не актуально. Говорит, во-первых, товарищи, если вы, говорит, всерьез социализмом интересуетесь и занимаетесь, вы должны все точки зрения изучить, в том числе преодоленные. Просто для того, чтобы велосипед не изобретать по 20 раз. А то опять придется вам конференции устраивать, опять обсуждать этот уклон, блин, а у нас уже все есть. У нас уже все есть. Понимаете, меньшевик будет говорить то же самое. Вот. Мы можем сразу по ключевым моментам понять, что это оно. И долгие дискуссии не устраивать. Просто. Надо сказать, все, вспомните решение 15-го съезда. Ты либо троцкист, либо большевик. Все, до свидания, все на выход. Тебе в ответ на это скажут, вот, догматики какие-то вы. Что, ярлыки тут навешали на всех? Не ярлыки, ну, господи, блин. Если ты символ веры читаешь, блин, то ты, видимо, это обозначаешь, что ты к православию принадлежишь, да? И если ты эту шахаду читаешь, ты, наверное, мусульманин, блин, да? Ну, а если вот озвучиваешь троцкистские идеи, ты, наверное, троцкист. Вот и все. Это ж не про это, не про ярлыки. Просто надо же понимать, с кем имеешь дело, дорогие товарищи. Я не очень эту тему про ярлыки понимаю. Ну как так-то? Уклон же есть, есть. Бороться с ним надо, надо. Чтобы с ним бороться, надо его изучить, надо. Идеи Троцкого, они вредные, да очень вредные. Вот его клевета на Советский Союз, на строительство социализма. Это вообще подрывает этот революционный дух-то у масс или нет? Вот эта история, что как раз вот те времена, когда у нас все было правильно, вот именно про них. Что у нас там ничего правильного не было и повторение всяких фашистских баек. Что тут никто ничего не решал. Сталин один решал, блин, как этот самый, как царь. Это же бред просто, блин. Просто поверхностного знакомства с устройством Советского Союза хватит, чтобы понять, что все оно было не так. А он... Даже вот, если брать эти репрессии 30-х, вот что тогда вот так активно стрелять начали, блин, это опять же, блин, вы думаете, что массы тут вообще ни при чем? Массы требовали расстрелов с начала 20-х годов. Когда Крыленко в рефтрибунале выписывал этим казнокрадам расстрел, блин, и тут же меняли расстрел на пятнашку, блин, а пятнашку потом на десятку, а десятку тут же на пятерку, блин. Там просто, я говорю, смех читать. И люди задолбались, это там тоже обыватель, да что такое, мы строим, получается, они разворовывают. И что получается, говорит, ну смешно читать, после расстрела ему 3 амнистии к нему подряд применили, и оказалось, что 5 лет. И он еще за хорошее поведение выйдет через 2. А уже на суде сказали, что он только что отсидел за масштабные хищения. И только вышел, и раз опять в контору, в госконтору, и там тоже коммерческую лавочку сделал, а Рыков ему рекомендации выписывал. Понимаешь, вот, все 20-е годы население, значит, с нарастающим этим недовольством требовало, наконец, начать расстреливать. Когда промпартии в 32-м году заменили расстрел на тюремные срока, ну, фигурантам этим, процесс этих заговорщиков в этом... Госплан, короче, вот все вот эти вот, госснаб, все эти теплотехника, в общем, эти инженера и управленцы, блин, вредители. И вот им заменили тогда расстрел на тюремный срок. Там пипец начался. Люди партбилет на стол клали. Угу. Знаешь, устраивали там митинги. Блин, эти, прям в цеху. Недовольство, блин, ужасное было. Вот отсюда. Отсюда потом вот так по самому жесткому варианту.
Надо опять же понять. Ну ладно, это мы опять углубились. Надо про 37-й опять делать. Короче, на очередную. Так, выпуск. Хочется поговорить. Много нового я узнал, кстати, товарищи дорогие. Ну, в общем, обсуждение данной темы поможет нам в борьбе. Ну, естественно, а как же оно не поможет? Марксистская грамота помогает, да, дорогие товарищи, и там все надо учить. Извините, никуда от этого не деться. Тем более, что, я говорю, иначе мы будем вынуждены все время к одним и тем же, блин, этим ошибкам возвращаться. Угу. Вот. Да. Ну и последний вопрос. Отлично, а то что-то засиделись. Если троцкизм – это тот же меньшевизм, зачем приукрашенные революционной фразой, да. Зачем отдельное понятие? А зачем вообще меньшевизм, если это специфическая форма экономизма? А зачем экономизм, если это форма бернштейнианства? Так бы и называли все. И зачем вообще, если есть слово оппортунизм, да? Ну, вот в том-то и дело. Есть течения оппортунистические. А у них маски у этих оппортунистов всегда разные. То, ну, как стало западло экономистами называться, Ленин разобрался с экономистами, вот тут же раз, а мы не экономисты, мы меньшевики. Мы все то же самое говорим, но немножко под другим углом, понимаешь? Вот, а как меньшевиком стало уже западло быть, то есть их из партии прогнали, а агенты-то нужны буржуазии в рабочем движении. Как, пока будет буржуазия и рабочее движение, там всегда будут агенты. Ну как? Просто это объективно. То есть каждая историческая веха предполагает некий, новый оттенок. Да, вот да. Этой... Ну, пока, говорю, пока есть буржуазия, пролетариат, вот, там будет вот жить вот этот оппортунизм в пролетарской партии. Вот, и, может, у него будет троцкистская личина. Сейчас и меньшевики тоже в моде. Угу. Всякие. Ну, меньшевики сейчас уже окончательно в лагерь буржуазии перебежали еще к середине, блин, прошлого века. Они уже все себя дискредитировали уже совсем. Ну вот теперь троцкисты полностью уже, они не агенты меньшевиков, они сами роль меньшевиков выполняют. Ну, так что нужно, чтобы понимать. Не, понимаешь, у меньшевизма много разных течений, и некоторые действительно обсуждения не стоят, и отдельного названия не стоят. Но вот данное конкретное стоит, это специфическая форма меньшевизма. Знаешь, когда мы вообще в своем меньшевизме ни разу не признаемся, когда мы объявляем себя первыми врагами, мы еще круче ненавидим меньшевиков, чем большевики. Знаешь? Угу. А то, что из наших ультрареволюционных фраз следуют вполне меньшевистские практические выводы, ну, об этом мы деликатно умолчим. Будем ссылаться больше на мировую революцию. Что нет, это же работает, если мировая революция... А если кто-то скажет, да когда там мировая революция? А, ты не веришь в мировую революцию, может быть? Скоро должна быть. Взрыв вот-вот. Да. Вот такие дела, дорогие товарищи. Так что отдельное название, резюмируем опять, отдельное название нужно, потому что троцкизм – это очень специфическая форма меньшевизма. Вот. Ну, на этом вопросы кончились. Да. Ну, так и что, хорошо посидели, поговорили, да? Да. Что, вот... Вспомнили азы, так сказать. Вспомнили азы, товарищи, вот видите, как-то получается у Троцкого, что у него как-то всю дорогу, если он и не агент, то он, по крайней мере, ведет себя как агент буржуев. Устраивает склоки, сеет вражду, раздоры, мешает созданию нашей централизованной единой партии, пролетарской, независимой от других... Знаешь, вот, дисциплинированный, с железными рядами, что готовый крушить. Вот один раз он пристегнулся, я говорю, вот, он, собственно говоря, вот так вот, если прикинусь, я говорю, он шикарный оратор, там толпы выли. А они выли-то только вот как раз вот в 17-м году, когда у него еще были эпизоды такие же. Красивые. Ну, настолько красивых не было, конечно. Так вот, и, видишь, у него тогда все получалось, потому что он в какой-то веке начал по программе работать. И сразу, вот, нет, а товарищи, это, между прочим, это не просто так. Это, блин, все, что ты одинокий муравьишка, или вот у вас целый муравейник, блин. И вы вместе, блин, одним заняты.
О, блин, это большая сила. Главное, чтобы еще линия была верная. Когда линия... Люди, короче, живые, с волей одной и с духом одним. Вот. Когда люди объединены вот, идеей, вот, когда люди работают вместе, когда они в правильном направлении все идут, о, тут уже отдельные, блин, ошибки и даже противодействие некоторых муравьев, которые гусеницу норовят тащить не в муравейник, а в другую сторону. Понимаешь, а большинство тащит в нужную. Так что как бы там те вот единицы не старались, все равно движение в нужном направлении идет. Гусеница будет в муравейнике, и все с ней будет как надо. Вот, дорогие товарищи, что-то я опять заблудился. Я к чему все говорю? Ну, про гусеницу хорошо. Мне уже ко второму часу просто, дорогие товарищи, да, у меня уже пошли какие-то метафоры. Да, наверное, просто я подустал. В общем, такой редиска, короче, этот Троцкий. Вот нехороший человек. Я одно время думал, что вот перегнули палку в 30-е годы вот с такими карикатурами, как я вот говорил. Это исключительно пропаганда. И с тем, что там вот в Большой советской энциклопедии тех времен там сказано, что Троцкий, там статья про Троцкого, написано, что Троцкий-агент буржуазии в рабочем движении внедрен с целью развала движения изнутри. И я первый раз, когда прочитал, думаю, да ладно, ну что там такое? Ну, а начинаешь разбираться, и вот так вот, с самых первых его работ. Там просто вранье, какие-то провокации. Ну, это мы будем троцкистские чтения тут устраивать раз в месяцок, наверное, вместе с ленинскими и сталинскими. Вот, и предметно вам поясним, дорогие товарищи, где там, что и как. А сейчас, наверное, уже будем сворачиваться, да? Да. Чувствую я усталость и желание покурить. До новых встреч, дорогие товарищи. Пишите вопросы, звоните, отвечайте, читайте классиков, да. Будьте здоровы. Троцкого, да, тоже читайте. Между прочим, читайте. У него очень смешные произведения. Если на то пошло, еще под конец вспомню. Я на его книжку попал. Раньше даже, чем на Сталина. Я тогда просто бессистемно читал, что попадалось. И вот попался мне Троцкий. Я, по-моему, как раз он историю революции описывает. И дошел я до места, где он описывает, как так получилось, что Сталин там всем рулит, а я вот тут в эмиграции сижу. И он буквально пишет, говорит, понимаете, дело в том, что Сталин был тупой, а я очень умный. А, говорит, поскольку в партии большинство тупых, их очень раздражал мой ум и мои яркие идеи. Вот, им да было обидно, что чё это я тут на больших постах вот такой вот умный. А Сталин был такой же дурак, как все они, поэтому они вот взяли и давай за него голосовать. Потому что в партии нужны тупые исполнители. Да. Это вот, известный вот, факт. Да, тупые исполнители. Почему исполнитель обязательно тупой? Ну, чтобы вдруг по-своему не придумал как-нибудь действовать. Так он дисциплинированный должен быть для этого, а не тупой. Я говорю, у тебя большие разницы. Тут диалектика, кругом диалектика, дорогие товарищи. Читайте Гегеля, короче. Вот, и будьте здоровы. До новых встреч.